Бұл Астана. Таңғажайып қала. Серпінді ойын. Бұл Есілдің шабыты. Бұл Кукушкин, Бублик, Корда. Бұл Вавринка, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино, және Тим. Бұл Бәйтерек жарқыны. Бұл Билайн аренадағы тамаша ойындар. Бұл Астана Оупен. Бұл теннис. Үйдегі интернет. Телевизия. Мобилді байланыз. Бихом плюс тарифмен барлық отбасы пайдалы. Үйдегі интернет плюс телевизия плюс мобилді байланысқа 50% жеңілдік. Билайн жарқын жақта өмір сүр. Әргімнің күш-қуаты бойында. Оны дәл кезінде сезіне біл. Форте. Күш бойында. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Говорит и показывает город Павлодар. Сегодня этим осенним вечером состоится повторный матч между командами Иртыш-город Павлодар-Горняк-Рудный. Вчера команды первую встречу провели 2-5 в пользу команды гостей. Ну и те, кто видели эту встречу, те, кто примкнул к экранам или же был на трибунах, увидели, ну, довольно интересный хоккей. Хоккей такой в обе стороны был, но и Горняк, как кажется, заслуженно выиграл во вчерашней встрече. Посмотрим, что будет сегодня, что сегодня команды нам приготовили. Есть изменения в составе. К сожалению, рудничане на сегодняшнюю встречу не досчитываются сразу трех игроков, причем игроков, которые, ну, скажем так, играют важную роль в системе своей команды. Сегодня нет Дениса Гурьева, Александра Ханжина и Айдара Галимова. Но об этом чуть поподробнее мы в процессе нашей трансляции поговорим. Ну, а сейчас турнирная таблица и Горняк все ближе и ближе к зоне плей-офф. Ну, играть еще очень много на самом деле. У Иртыша по-прежнему одна победа в этом сезоне. Ну, а вот статистическое сравнение команд вы видите также на своих экранах. И здесь, ну, что бросается в глаза? Ну, в первую очередь, то, что Иртыш очень много пропускает в этом сезоне. И так вот весело, весело Иртыш играет, но пока без результата. Состав команды «Горняк» на сегодняшнюю встречу. Вы видите его на своих экранах. Отмечаем появление Александра Семочкина, Руслана Утибаева и Алексея Козареза. Вот эти люди сегодня в составе, вот эти люди сегодня в игре. Иртыш и их состав, здесь тоже есть изменения. Появился сегодня у Иртыша Александр Щемель. Будет он играть во втором звене. Ну и также Таир Мухтаров вместо дисквалифицированного во вчерашней встрече Владимира Шлычкова. Действующие лица и исполнители Владислав Нурек. Девятая встреча для 23-летнего голкипера сегодня. Но и во вчерашней встрече в очередной раз не дал повода усомниться в своем мастерстве этот вратарь. Ну, а нам показывают его визави Никита Акулинин, который вчера появился в третьем периоде. Сегодня ему доверили место с первых минут в воротах павлодарской команды. Ну, и за его игрой тоже будет любопытно понаблюдать. Александр Катков,
как всегда, заметен, как всегда, такой шебутной в центре всех вниманий наших прибывает Александр. Ну и вот попал он в объективы и наших режиссеров. А это Алексей Власкин, защитник павлодарской команды, который, ну, уже, можно сказать, да, такой системообразующий игрок и очень важный. Ну а на ваших экранах главный герой вчерашнего противостояния Денис Скатов. И забивал вчера, и много бросал, и, в общем, был активен. Ну а это Никита Гостюшев. Молодой да ранний, молодой да юный, 17-летний воспитанник павлодарской школы хоккея, для которого вчера игра ознаменовалась тем, что он отдал первую результативную передачу в профессиональном хоккее. Так что поздравляем, ну и так держать. Ну а вот это вот знаменитый и легендарный талисман павлодарской команды, который, в общем-то, также, да, готовится к этой встрече, как и многие другие, тем паче, что уже все готово у нас к началу сегодняшнего противостояния. Вот они, хоккеисты Горняка, которые появляются из раздевалки. Лица у всех серьезные, лица у всех настроенные. Ну а как иначе, сегодня будет жарко, сегодня будет бой. Ну и рудничане на сегодняшнюю встречу в первую пятерку отряжают тройку нападения: Данила Платонов с краю и Захар Захаров вместе с ним. По центру будет действовать Анатолий Шишов. Вот так вот. Это интересно, потому что вчера это же звено играло вместе. Нет, вчера Шишов, да, играл в третьем звене, а сегодня он появляется в первом. Вот такая вот рокировочка, но опять же она связана с тем, что, как мы уже говорили, нет Айдара Галимова, нет Дениса Гурьева, нет в составе и Александра Ханжина сегодня. Ну и Васильев появился, Дмитрий Васильев. Сегодня два Васильева, один Даниил, который в составе РТШ, ну а другой играет в составе Горняка, его зовут Дмитрий. Стартовая пятерка РТШ появляется на площадке: Михаил Кузык, Алексей Власкин. Пара защитников, ну и трио лихой атаки. Это Рузиль Ганеев, это Дмитрий Тесленко, это Артем Сиванькаев. Тут, в общем-то, все без изменений осталось. Нет сегодня у РТШ Артема Расулова. Вместо него играет сегодня Александр Щемель. Но об этом после гимна Республики Казахстан. Қайырлығыш, құрметті хоккей сүйер қауымы, құрметті осы біздің инспорт арнасынан тікелей көрсетілімді тамашалап отырған барлық жанкерлер. Бүгін бізде Павлодар қаласындағы Астана мұз сарайында Ертіс және Горняк арасындағы серияның екінші ойыны өтетін болады. Мінекей төрешілер барлығы дайын, ойынға сақадай сай десек те болады. Кеше әрине, естеріңізге сала кетсек, кешегі ойын 5-2 қонақтардың осы жеңісімен аяқталды. Қазір төрешілер сәлемдесуде. Сізге де саламатсыз ба? Мінекей Горняктың негізгі құрамында біршама өзгерістер бар. Жаңа әріптесім айтып кеткендей, Руслан Утибаев сияқты, сосын Александр Семичкин сияқты ойыншылар қосылған болатын қапталдан. Ал кеше төбелесен кейін бірнеше ойыншы өз орнынан кеткен болатын. Алексей Николаевич Калидаевты көрсетуде. Мінекей, сәлеметсіз бе? Сізге де. Қазір павлодарлық Ертістің жаңа бапкері бүгін командамен екінші
ойнын өткізетін болады. Екінші матч қатарынан біздің Павлодарлық Ертісті басқаратын болады. Қазір құрамалармен таныстырсам, бүгін негізгі құрамада қонақтардан бастасақ, 20-ші нөмірдегі кешегі ойынның қаһарманы Владислав Нурек өнер көрсетін болады. Шабулда 35-ші нөмірдегі Данила Платонов, ортада 23-ші нөмірдегі Анатолий Шишов және 9-ші нөмірдегі Захар Захаров өнер көрсетін болады. Ал қорғаныс шебінде Горняк ұжымында 7-ші нөмірдегі Александр Катков және 10 жақ қапталда бізде 13-ші нөмірдегі Валерий Садиков өнер көрсетін болады. Мінекей ойынымыз басталды. Шайбайдыңға тасталды. Бірден павлодарлықтар шабулға көшкенімен, қазір Горняк әрине өзінің шабулын ұйымдастырып көреді. Соққы, бірақ бұл жерде Ничвиенко, кешірім өтінем, Никита Акулинин бүгін бізде негізгі құрамда екен. Бүгін Никита негізгі қақпашы ретінде айдынға шыққан болатын. Қазір мінеке Горняк ортаға қарай диагональді пас беріп көрді, бірақ дегендеріне жетпеді. Бұл жерде қонақтардың кезекті шабуылы. Онжа қапталмен қалай жалғыз өзін қалдырып кеткен Оскар Юльбарисовты Оскар ары қарай берді. Кешегі ойынның жылдамдығын бірден байқауға болады. Дәл осында жылдамдықпен басталған еді кешегі ойын. Бүгінде қонақтары жылдам шайба соғып, алыстан соққы бұл жерде Акулининға жеткен жоқ. Қазір енді Рудный қаласының өкілдері толық құраммен павлодарлықтарды қыспаққа алды десек те болады. Енді ғана көктер өз айбалаңынан шығып, өздерінің шабуылдарын ұйымдастырып көрмекші, бірақ бұл жерде әрине оп-оңай тартып алды. Диагональді пас ортамен, мұндай да пас берді және бұл жерде Владислав Нурек ойынды тоқтатты. Қазір енді кішігірім үзіліс орын алып, командалар өздерінің ойыншыларын ауыстырады. Жалпы кездесулер тарихына келетін болсақ, бүгін 90-шы рет кездесіп жатыр екен. Атап айтқанда Ертіс 57 рет үздік атанса, Горняк 32 рет жеңіске жеткен еді. Бүгін жалпы павлодарлықтарға жақсы нәтиже көрсету үшін керемет мүмкіндік. Себебі жаңа әріптесім айтып кеткендей, түрлі жарақатқа байланысты кеше ойында осы топ жарған бірден, қателеспесем, 4 ойыншы жарақат алып қалған екен. Бұл да әрине өзінің септігін тигізетін шығар. Мүмкін басқа жағдайда Рудный керісінше бұл ойыншылардың жоқтығын пайдаланып, мүмкін одан да мықтырақ хоккейшілер шығатын шығар. Қазір павлодарлықтар ортамен голы соққы жасады, орнын ауыстырды. Барлығы өз ретімен дегендей. Рудный қазір снарядқа иелік етуде. Оңжа қапталға әуеден асырып көрмекші болған, бортқасында талас болады ма? Жоқ. Айналып барып, бұл жерде Никита Гостюшевқа келіп жетті. Никита ары қарай бермекші болып, бұл жерде төрешінің ысқырығы және снаряд сыртқа шығып кеткен болар. Қазір сол сәттің қайталауын көрейік. Бұл қонақтардың ең қауіпті шабуылдардың бірі болған еді бірер минут бұрын. Қазір енді қақпада бізде бүгін Никита Акулинин негізгі қақпашы ретінде көрсетілім режиссерлер еске салуда. Қазір алыстан соққы және қиыс кетті әрине. Қазір Артем Сиванькаев көксіздіктен жіберіп алды. Сол себепті бұл жерде қандай қателік және гол. Бұл жерде Горняк есеп ашуда. Мұндай да жағдай болады екен әрине.
өте бір сондай жағымсыз жағдай жерлікті жанкерлер үшін, бірақ қонақтардың шеберлігін аса жоғары. Иван Шкленниктің қателігінен кейін бізде қазір 1-9, 2-9-ды алдап өтіп, айласын асырып, Захар Захаров бізде. Иван Шкленниктің қателігін пайдаланып, оп-онай осылайша мінекей Никита Акулининнан өзінің айласын асырды. Бұл жағдай әрине бапкерлер штабының қарауында болатының сөзсіз. Қарауында болады, бақылауында болады. Әрине мұндай жағдайға бой бермеуге болушы еді. Бірақ бұл біздің тұжырымдама, бұл біздің ойымыз. Ойыншы әрине әдей істемеген шығар. Бұған қарамастан бізде 0-1. Захар Захаров кереметте шайбаның авторы атануда. Қазір көк сызықтан шығып кетті Горняк. Бір шайба жеткіліксіз сияқты. Ойыншылардың ауысуын күтіп, қазір енді рудныйлықтар кешегі деммен өздерінің жорықтарына шығып отыр десекте болады. Қақпаның сыртындағы талас. Мұнда қонақтар бірінші болып жетті. Акулининің қақпасына жасалған соққылардың бірі, бірақ жойқын емес. Бұл жерде қарымта шабуылға шығуға болады. Максим Карпов. Тым жоғары кетті. Абырой болғанда бастамасы жаман емес жас ойыншының. Қазір борт қасындағы талас. Тағы да бір пас және өте қауіпті. Қазір Горняктың кезекті соққысы және әлі де шабуыл жалғасуда бізде. Есеп әзірге 0-0, 0-1. Ну да, сами себе павлодарцы, конечно, привезли этот гол. И теперь, конечно, психологическое настроение у Горняка так заметно подросло. И они тут же бросаются развивать свой успех. Но вот как-то не знаю, что в этом сезоне у РТШ в обороне происходит. Но вот, к сожалению, для болельщиков этой команды вот подобные ошибки, они... Но они случаются довольно частенько, да, и... Так, конечно, нельзя, и это сами игроки должны понимать, да, я думаю, и понимают. Ну, а Захар Захаров, мы вчера говорили, да, о том, что вот, ну, как-то вот ему не везло, вот он всегда где-то рядом, он имеет моменты, он их находит, но с реализацией что-то как-то, ну, вот не шло у Захара Захарова. И вот эта шайба, она, ну, очень прям важная именно для него, именно для самого Захара, поскольку... Не удавалось отличиться, а вот теперь уже своим шансом воспользовался сполна этот молодой нападающий Захар Захаров, которому 21 год. И, в общем-то, весь его хоккейный путь, он, ну, по сути дела, только начинается. Выигранное вбрасывание, дальний бросок поворотом. Но, опять же, да, в надежде, что там кто-то что-то подставит, подправит. Ну, а у нас реклама. Химия бізді барлық жерде қорша. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Возвращаемся в Павлодар. 0-1 в пользу команды «Горняк» у нас. Ну, а мы напоминаем, что генеральным спонсором «Прохоккей Легасы» является компания 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Ну что, 0-1. Захар Захаров – автор этой самой заброшенной шайбы. И теперь уже...
Корняк так вот чувствует себя довольно неплохо в зоне соперника. Моменты создаются. Ну и давайте немножко тогда уж о главном герое этих минут. О Захаре Захарове скажу. Тем паче, что он вот сейчас на площадке и шайбу контролирует. Причем делает это довольно уверенно. Воспитанник магнитогорского «Металлурга». Этот хоккеист играл... у него даже один матч из континентальной хоккейной лиги. А вот здесь момент у РТШ уже создается. Хороший момент. Но реализовать его хозяева не смогли. Так вот, один матч есть у него в континентальной хоккейной лиге. Ну, в основном играл за команду «Стальные лисы». Это молодежная команда магнитогорского «Металлурга». Прошлый сезон провел в команде «Сарматы» из города Оренбург. Ну и вот с этого сезона выступает за родинский «Горняк» и забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Что, еще раз повторюсь, для него очень и очень важно. Так, ну и что, здесь очередное вбрасывание, которое за «Иртышом». «Иртыш» вчера... Ну, если верить официальному протоколу матча, да, и официальной статистике, в третьем периоде на вбрасывание «Иртыш», ну, просто вообще переиграл 17-3 «Горняк», представляете? Такая вот статистика, вот такие вот цифры. Ну, «Иртыш» на точке действительно неплохо вчера смотрелся. Ну, а здесь Куршук, опытнейший Александр Куршук, а вот здесь передача, и Оскар Юл Борисов тоже где-то там, где-то рядом находился с этим моментом, и вполне могло там все завершиться взятием ворота. Это уже Александр Щемель, он шайбу контролирует, но нет, павлодарцам необходимо смениться, Таир Мухтаров. Движение начинает на Таханова, передача, бросок Диаса, чистый лед. Все видит Владислав Нурек и эту шайбу забирает. Но такая атака, да, неплохая сходу получилась. Вход в зону, бросок, и на месте Владислав Нурек. Ну, а вот этот вот момент, да, поопасней был. А это бросок от Таханова. Ну и Нурек здесь справляется с этим броском. Владислав Нурек по ходу прошлого сезона он пополнил ряды команды из... Рудного. У него там немножко не сложилось в Бей-Барысе. И вот как раз Акулинин-Нурек, вот эта вот связка и заканчивала у «Горняка» прошлый сезон. А сегодня они уже друг против друга играют. Акулинин в одних воротах, Нурек в других. Ну и если вот верить тем комментариям и сообщениям в том же чате нашем, да, в чате нашей трансляции, то... к Нуреку особый почет, особый респект и особое уважение со стороны болельщиков «Горняка». Ну, вообще, Рудный – это исконно такой город хоккейный. Так, вот момент. И вообще, хоккей в Рудном появился одним из первых, да, вообще за всю историю. Так, удаление. Удаление, и поднята вверх рука Аркадия Субботина. Ну и тот, долго не церемонясь, отправляет в штрафной бокс Ивана Канышева. Так что сейчас без этого игрока «Горняк» 2 минуты проведет. А может и меньше. Но болельщикам, конечно, хочется, чтобы меньше. Болельщикам «РТШ», конечно. Но посмотрим. На реализации большинства первая пятерка в составе павлодарской команды. Но мы будем смотреть. Выиграно вбрасывание «Горняком». Сейчас они это времечко так немножечко потянут, конечно. Хотя «Иртыш» не дает выйти из зоны игровому снаряду. Вот только сейчас это дело происходит. И вот только сейчас «Иртыш» начнет свою новую атаку. Передача на Русиля Ганеева. Ганеев шайбы сохранился. Еще одна передача. Ну и так спокойно. Спокойно Артем Сиванькаев развернулся. Но пока «Иртыш» в своей зоне. И это полностью «Горняк» устраивает. Вот полностью. Еще одна передача. А вот это интересно. Кузык. Так, ну и там досталось Тесленко на пятаке. Вот интересно момент этот сейчас посмотреть. Вот он, Дмитрий Тесленко. Один из лидеров атак павлодарского «Иртыша». Ну и что же там случилось? Мы-то все внимание на Михаила Кузык бросили.
но тот где-то нарвался Дмитрий Тесленко. Правда, успел так он немножко с арбитром, да, поговорить, дескать. Ничего? Нет, ничего. Продолжаем дальше. Минута 19. Вот сколько времени у РТШ есть на реализацию большинства. И Влоев, и там добивание, и там Мухтаров. И там был Мухтаров, но Горняк на своем пятаке очень внимателен, бдителен и не позволяет случиться возможности для добивания. Васильев, который Данил, который по-владарски, заводит шайбу в зону. Мухтаров рядом с ним. Мухтаров. Так, еще одна передача. И здесь в ожидании Евлоев передачи. Дожидается ее. Еще один пас Васильев. Дальше еще одно подключение. Это уже Щемель через Шетли. Но движение есть. Шайбы по зоне. Бросков нет. Вот только сейчас. Ну что, более 10 минут позади у нас в стартовом отрезке. 0-1 в пользу команды Горняк. Я қазір Павлодарлықтар осы айдындағы ойыншылардың көптігін пайдалана алады ма? Сол сұрақтың жауабын бізді жанкерлерді барлығы күтіп отыр. Ал Горняк болса 4 ойыншымен керемет 1,5 минут бойы қорғаны шебіне барынша көңіл бөліп жатқан сыңайлы. Қазір мінекей енді ғана снарядты артқа қарай шарт тастамақшы болды. Және төрешінің ысқырығы бұл жерде әрине 5-3 форматы бойынша ойнымыз жалғасатын сыңайлы. Е, қазір аяқтан шалған үшін. Е, мінекі сол сәттің қайталауын көрейік. 17-ші нөмірдегі команда капитанның көмекшісі Оскар Юльбарисов командасын айып тұрағына жөнелдіп, командасын өте бір сондай қиын жағдайда қалдырды. Айдын қожайындар үшін бұл керемет мүмкіндік. Әлі 20 секундтай уақыттары бар. Алыстан соққы бұл жерде. Бұл жерде қақпашы мақтауға тұрарлық қимылдады. Владислав Нурек. Қазір сол шабуылдың айталауын көрек. Е, бұл жерде. Әрине. Жойқын соққысымен танымал Алексей Власкин алыстан қадаған болатын. Қазір енді Горняк командасының нүктесінен ойын жалғасуда. Бортқа қарай кету керек. Бұл жерде әлі де бірнеше секунд бар. Власкин оған қарсы бірнеше ойыншы таласты. Алыстан соққы, тағы да бір соққы. Бұл жерде Горняк керемет қимылдай алды. Қазір енді формат, ойының форматы 5-4 болмақ. Тағы да бір соққы, жойқын. Қалайша Рузель Ганиев туралы ұмыт кеткен қазір Горняк командасының қорғаушылары. Қайтадан Ганиев жоғары тоғыздықты көздеген болатын, бірақ Владислав Нурек қолына бұрап та керемет қағып алды. Қазір бұл соққының қайталауын көрек. Бұл бізде Власкиннің соққысы. Шайбақ кері қайтып. Қазір мінекей павлодарлық шабуылшыларға кішігірім сәттілік жетіспей тұрған сыңайлы. Мүмкін қақпашының да шеберлігі бар. Барлығы да бар. Оң жақ қапталға Васильев ары қарай берді. Қазір әлі 1 минуттай уақыттар бар. Павлодарлықтардың Горняк болса бірден қарымта шабуылға кірісті. Қазір Рудный қаласының ұжымы барынша уақыт созуға тырысатыны сөзсіз. Бортқасындағы талас. Бұл жерде қауіпті аймақты жауып тастады. Снаряд артта. Енді ғана павлодарлықтарға келіп жетті. Бұл шабуылмен Горняк 20 секунд өздеріне үнемдей алды. Бұл жерде құлап та жатыр. Және қайтадан өзара түсініспеушілік.
Бұл ретте тіпті Никита Акулининга ойынға қосылуға тура келді. Айдын болғасын әрине мұнда. Таяғанақ шығар. Көтпеген жерден бұл жерде. Гарняк ойыншысы бірден соқ жасауды шешті. Қазір паладырақтардың айбалаңынан ойын жалғасын табатын болады. Көктер шайбамен мінекей. Бірер секундтан кейін 5-5 форматы бойынша ойынымыз жалғасатын болады. Қазір қапталға қарай ұшты. Керемет мүмкіндіктен нәтиже шығара алмады паладарлықтар. 5-3 форматымен қаншама ойнады. Кейін 5-4 форматымен қанша ойнады. Әрине бұл хоккей, мұнда барлығы болады. Шеберліктен бөлек, барлығы сәттілікке де байланысты. Қазір Гриценко Кулыдың пасына ашылды. Алыстан соққы. Рыжық соққы жаса бүлгерді, бірақ Гарняк қарымта шабулға шығып. Александр Семочкин бортқасынан кереметтей пас берді. Және снаряд шығып бізді жарнамаға жіберуде. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. OneXBet компаниясы көрсетілім демеушісі, хоккей қара, спорттық эмоциялардың бас демеушісімен сүйікті командаларында қолда деге дұрады бен. Бізде бірер секунд бұрын снаряд айып алаңынан жалпы айдынан шығып кеткен болатын. Сол себепті ойын ортадан басталуда, ойлап қалмаңыздар. Бұл жаңа кезең басталды деп. Жоқ, ойынымыз жалғасуда. Сәлі. Бірінші кезеңнің аяқталуына 6 минуттан аса уақыт бар. Қазір паладарлықтар снарядқа иелік етуде. Алға қарай. Бұл жерде Гарняк тартып алды. Гарняк диагональді пас берді. Гарняк алға қарай ұмтылды. Алыстан соққы жасады. Акулинин өз орнында. Қазір енді паладаровтардың айбалаңдағы шемберінен біздің тартысты матчымыз ары қарай жалғасатын болады. Мінекей аренаға жиналған жанкүйерлерді көңілкелері көтеріңкі сияқты. Сәрсенбінің сәтті күні деп жұмыстан кейін кешке осындай аренаға келіп өздерінің жергілікті сүйікті командаларын қолдауда. Бізде айдында әзірге ойыншылардың толық құрамен ойындарын жалғастыруда. Ал таблода бізде әзірге 0-1. Қазір Гарняктың кезекті шабуылы. Бұл жерде керемет рикошет болушы еді. Бірден 2-1-ге шықты. Адам Евлоев. Диагональді пас, бірақ жеткен жоқ. Енді қонақтар қалай жауап береді екен. Акулининің қақпасы кішігірім өртке оранды десекте болады. Тағы да бір соққы жасауға болады, бірақ қазір бұрышқа қарай жіберді. Васильев ары қарай диагональді пас және жерде өзінің жоғары жылдамдығымен алға қарай ұмтылмақшы болған Диас Атаханов, бірақ дегеніне жетпеді.
Бұл ретте Никита Акулинин әуеден асырлыған басты қолым қағымен қағып алды. Да, бұл оның алдында болған бірнеше қауіпті сәттердің қайталауы. Да, кешегі ойынның сценарийі әзірге қайталанып жатқан жоқ. Кеше естеріне салсақ, алғашқы кезеңнің соңында павлодарлықтар осы 2-1 есебімен алда келе жатқан еді. Бүгін дәл сондай ойын болады деген болжамдарын айтқандар, сіздердің болжамдарыңыз орындалмады. Да, бұл жерде Михаил Гулы снаряд қайда кеткен көре алмаған болар. Карпов, Гулы және артқа қайтты. Бұл жерде снарядты алға асыру және ары қарай әріптесін жалғастырады. По-прежнему 0-1. Гол Захара Захарова так и остается единственным в этой встрече. Хотя хозяева и 5-3 успели поиграть, но реализовать этот шанс не смогли. Но продолжаем следить за этой встречей. Тесленко на точке вбрасывания сошелся сейчас с Александром Семочкиным, опытнейшим белорусским хоккеистом, чемпионом Беларуси, между прочим. Да, есть у него чемпионский трофей в своей родной стране. Но и, безусловно, так вот приехал в Рудный на роль лидера. Был еще и Александр Идиатулин, но Идиатулин Горняку не подошел. А вот Семочкин в составе остался. Но и опять же это к вопросу, что Горняку этим летом необходимо было находить замену лидерам. Да, ушел Ширяев, ушел тот же Арслан Ямалов, который сейчас в Кристалле. Так, но тем временем Сиванькаев зашел в зону. Потеря. И Куршук. Куршук убегает. Куршук убегает. 35-летний защитник. Вот так вот. Но Иртыш порой играет так, что кто угодно убежать может к их воротам. Даже вратарь, наверное, скоро будет один в один убегать. Длинная передача. Кураков. Проброс. Вот тот проброс. Да, чтобы первым успеть на шайбу, тут, конечно, важно именно быть первым не на вот этой лицевой линии, а на усах, что называется. А это Дмитрия Васильева нам показывают. А те болельщики павлодарской команды, которые вот прям пристально следят за всем, что происходит в системе, они Васильева должны помнить, потому что Дмитрий выступал в составе Мунайши. А предыдущие сезоны проводил в Ястребах. Все это молодежная лига, но, скажем так, из возраста уже вышел. Пора уже свою состоятельность доказывать на профессиональном уровне. Вот, пожалуйста. Доказывает в составе Горняка. Но ситуация такая же, да, как и у Батора Маркабаева. Захар Захаров, автор единственной заброшенной шайбы в первом периоде. Ну и задумчивы болельщики. Они, конечно, немножко иного расклада ждут. Ждут уже давно. Напомню, что у Иртыша в этом сезоне лишь одна победа. Победа над Бейбарысом дома. Алексей Николаевич. Так, но, как всегда, активен. Ну, как всегда, это опять же, да, исходя из расчета того, что вчера первая игра состоялась, он был такой активный и живой на скамейке. Но и сейчас то же самое. Смотрит вдаль. Начинал в пермском молоте в тренерском штабе этот сезон. Так. Очень у нас долгая процедура на точке вбрасывания. Все никак не дают Шетли и Шишову тут разобраться, кто же вбрасывание выиграет. Шишов выигрывает. Ну и дальше вброс такой вот далеко в зону. И это Евлоев. Снова там шайбу контролирует Васильев. Еще один подбор. Захар Захаров. Передача. Котков. Ого. А шайба-то, да, как полетела. Прям такой этакий хоккейный наклбол использовал сейчас Катков. Опа, вот здесь Катков ошибся. И пошел его Щемель здесь, да, прессинговать. Ну-ка, интересно, может быть. Интересно, Щемель и Семочкин знакомы или нет?
Два белоруса. Они. Ну и наверняка пересекались в первенстве в Беларуси. Катков с шайбой. Ну вот к нам белорусы едут. И от нас едут в Беларусь играть. Например, тот же Сергей Кудрявцев, Данил Бутенко. Сейчас играют в Беларуси. Скатов вошел в зону. Но и тут потеря. И вот тут может интересно получиться. Карпов, но решает сам, да, Максим, здесь бросить по чужим воротам. Немножко не точно. Голы от Аханов на пятак. Ну и здесь Карпова просто сметает. Оттуда Владимир Кротов. Ну, Кротов всю свою казахстанскую карьеру проводит в Горняке. Был там, да, период, когда он уезжал в Актобе на плей-офф. Когда рудничане в плей-офф не попали, чуть-чуть в Актобе поиграл. Батыр Маркабаев, ух ты, хороший бросок получился. Он такой скрытый, и тут тяжеловато было его разглядеть. А вылетела шайба, но мимо цель. Шарип. Дальше Сиванькаев. Сиванькаев, интересно. На Тесленко, вот здесь, на пятак. И вот просто, да, где-то, ну, пару секунд шайба вот просто лежала на пятаке и ждала своего часа. Ну, кто же, ребята, кто же? Но у Иртыша атака получилась малочисленной. Вот был бы еще третий, давайте смотреть. Вот Тесленко и где Сиванькаев, да. И вот только потом Шетли приехал. Потом. Или даже не Шетли. Ганиев, Ганиев, да, конечно. Конечно, Рузиль Ганиев. А это Сергей Викторович Невстроев. На ваших экранах. Наставник Горняка суровым взглядом взирает на лед. Мухтаров. Бросает Мухтаров, но немного не точно. Минута 20 остается до завершения первого периода сегодняшней встречи. Шарипов. Интересно, но здесь удаление не следует. Щекин. 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 Ну, вот такой вот продукт, да, Усть-Каменогорско-Омской школы хоккея. Он и в системе Торпедо был, в системе Авангарда он тоже был. Но и за Авангард успел две игры в континентальной хоккейной лиге провести. А еще один вход в зону. Канышев вошел в зону и туда по закруглению. Да, начала отчет последняя минута первого периода. И вот момент здесь может быть опасный. Но до броска дело Горняк не довел. Назад передача. Садиков это. И через Каткова. Дальше снова Валерий. И вот такой вот вброс. Белимбаев. 25 секунд. До завершения стартового периода. Гулы шайбу подхватывает. И контратака от хозяев. И это снова Карпов. Карпов заряжен на бросок. Бросает с разных позиций, с разных дистанций. Ну и у нас очередное вбрасывание. Диаса Атаханова нам показывают. Капитана павлодарской команды. Ну и болельщики Иртыша, которые ждут первой заурочной шайбы от своих любимцев, пока не дождались. Ждет Алексей Калидаев с Владимиром Маркеловым. Так, вот здесь вбрасывание, и Тесленко хорош. Ну и дальше уже Власкин, Кузык. Успеют павлодарцы бросить еще? Да нет, уже, по-моему, не успеют в этом периоде они нанести бросок поворотом. И при счете 0-1 команды отправляются в раздевалки, команды отправляются на перерыв. Мы сделаем то же самое, но прежде чем мы пойдем отдыхать, посмотрим яркие красочные хайлайты первого периода. Ну и затем в ожидании второго будем с вами находиться. Первый перерыв.
Это Астана. Невероятный город. Динамичная игра. Это красивая столица. Это Кукушкин, Бублик, Корда. Это Вавренко, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино и Тим. Звезды тенниса в сердце Казахстана. Это борьба на Билайн-арене. Это Астана Оупен. Это теннис. Домашний интернет. Телевидение. Мобильная связь. С тарифом BeHome Plus каждая семья в плюсе. Домашний интернет плюс телевидение плюс скидка 50% на мобильную связь. Билайн. Живи на яркой стороне. Сила скрывается в каждом. Нужно просто вовремя заметить ее. Форте. Сила на твоей стороне. Армысыз қымбатты көрермен, назарларыңызда. Арсенал командасы басымдық алуға тырысқан еді. Ақтыға бірнеше мәрте соқпаған дүйсер алғаш болып есеп ашуды көздеді. Номад ойыншыларда Денис Каратаевтан айласқан барын салды. Ақпашы өз орнынан табыла білді. Никита Колобов бүгінгі матчта біраз еңбек етті. Не жанкерлерінің қуантуш налайнелері өзерінің барын пайдаланғыз келді. Бірақта қонақтар бірінші болып есте башта. Орт Петровстың пасынан кейін Данила Пальков кезекті мәрте Әмірбекпен екінші ойын бойы ақпасынан лауын тапты. Деп, 0-1. Араға аздаған уақыттар салып, Сарыарқа командасы басымдықты толық қанды алды. Амат командасы бұған дейін бірнеше астан соққы бағыттады. Ақпашымен бетпе-бет шыққан Филипп Мұрнау өзінің айласын асырып есепті 0-2 ұлғайтты. Сарыарқа жігіттері тіпті бұл голды кемшілік құрамында жүріп соқты. Ойынның бірінші бөлігінде сарыарқалықтар нағыз шеберлік көрсетті. Абырой болғанда Ақпаш Әмірбектің кезекті қателігін күткен еді. Мат ойыншылары өз алаңында барынша сәтті ойнауға тырысты. Бірақта қаншама соққыны қайтарып жатқан қос ақпашы бүгінгі матчта көзге түсті. Өздерінің алғашқы шайбаларына соғып үшін елордалықтар барын салды. Жанкүйерліктер гол күтті. Сарыарқалықтар тіпті қорғаныста екінші ойын кезеңін бастады. Номадтың басты мақсаты есеп айырмасын қысқарту болады. Артур Гатиятов шабуылда өте белсенді ойнады. Ақпашы Әмірбековтің де бірнеше мәрте қателікке бой алдырғанын байқады. Сарыарқа жігіттері үшінші шайбаны соғу үшін барын салды. Владимир Князев шәкірттері қақпаға
өте қауіпті шабуылдар ұйымдастырды. Намат ойыншылары есеп айырмасын ойынның 29-шы минутында қысқартады. Бірақ та оған дейінгі шабуылдарда өте керемет мүмкіндік 24-ші нөмірлі ойыншы Ставка Лестикста болған еді. Ақпашы Денис Каратаев өз орнынан табылған еді. Кезекті шайбаны қақпаға соғуға Намат жігіттері асықты. Қорғаушылары тағы да қателіктерге бой алдыра бастады. Мүмкіндіктерін мүлт жібермейтін елордалықтар бүгінгі ойында ешқандай қауқар көрсете алмады. Бірақ та кезекті шайбаны Никита Колобов қақпасы аңлауынан тапты. Ойынның 29-шы минуты есеп айырмасы қысқа 1-2. Артур Гатиятовтың бастаған шабуылы Олег Бойканың пасы осылайша Никита үшін сәтті аяқталды. Араға 1 минут уақыт салып Данил Семенов есепті 1-2 ұлғайтты. Дәл осы голдан кейін қарағандылықтар толыққанды басымдылықты алды. Ойынның 3-ші кезеңіне жеткенге дейін Намат шабуылдарға шығып көрді. Бірақ қорғаныстағы қателіктер жиі орын алды. Тіпті шайбаны қақпаға соғу үшін сарыарқа кезекті мүмкіндікті пайдаланбады. Бұл тұста Руслан Деминнің әріптесіне берген пасын айта кетуіміз керек. Филипп Кнауп өзінің мүмкіндігін пайдалануда барын салған еді, бірақ қақпашы Әмірбеков қақпаны аман сақтап қалды. Наматтың алыстаған бағыттаған соққыларында байқадық. Ғалым Мәмбеталиевтің тапсырмасын орындау бұл басты мақсат еді. Шайбаны қақпаға соғу үшін Намат тағы да белсенді ойнады, бірақ қақпашы Денис Каратаев 100% мүмкіндікті алып шықты. Кезекті шайбаны Радель Фазлиев соқты. Данил Апальковтың пасын өте керемет пайдаланған Радель екінші ойын қатарынан Әмірбековтен айқын асырды. Өздерінің тиісті еді. Және кезекті шайбаны соғуда Әмірбеков шеберлік танытты. Ойынның соңына дейін қарағандылықтар шабуылда жүрді. Және Никита Баженов Глеб Зайцевтің пасын әдемі пайдаланды, есепті 1-5-ке ұлғайтты. Қарымта шабуылда Данил Цыбы есеп айырмасын қысқарту үшін өте белсенді ойнады. Өзінің мүмкіндіктерін пайдалану үшін жігіт кезекті мәрте қақпа маңына соққы бағыттауға тырысты. Және мақсатына сүрінбей жеткен Данил ойынның 50-ші минутында гол соққан еді. Никита Колобовтың басын әріптесі Станислав Александров пайдалана алмады. Қақпаның тура алдына берген соққыға қорғаушы 39-ші нөмірдегі Александр Дербенов кедергі келтірді. Сарыарқа кезекті голды соғу үшін тағы да асықты. Ойынның 50-ші минутында Данил дегеніне жетті. Жылдам қарымта шабуылда екі қорғаушыдан айналып өтіп, қақпашының сол бұрышын дәл көздеді. Есеп 2-5. Қарағанды командасы ойынның қалған 5 минутында өте сылбыр ойнады. Не босаңсып кеткен жігіттерге қарсы Намат кезекті голды соғуға асықты. Әріптесінің әдемі пасын шайбаға елегетіп гол соққан Эдуард Шетле еді. Бұл Намат командасының кемшілікте соққан алғашқы шайбасы. Командалық 3-ші гол. Есеп 3-5. Намат ойынның соңына дейін шабуылда жүрді. Қақпашы Денис Қаратаевты бірнеше мәрте тексеріп көрді. Және матч қақпашының ең үздік сәттерімен аяқталған еді. Қарағандықтар екі ойында 4 ұпай алып, өздерінің үйлеріне көтеріңкі көңіл күйде қайтады. Кезекті матчты қарсы дайындалатын естеріңізді салайық. Намат командасы болса кезекті ойынын өз алаңында Бейбарысқа қарсы өткізеді. Осылайша екі күнге жоспарланған 4 ұпай қарағандылықтардың еншісінде кетті. Матчтың статистикасы назарларыңызда. Соққылары 30-19, шайба атасудағы жеңістер 27-24, артықшылықта гол соғу 0-0, кемшілікте гол соғу 1-1, тәртіп бұзу 8-12. Матчтың қорытынды есебі 3-5, сарыарқа командасының жеңісі.
Я Павлодар қаласына қайтадан оралсақ, бүгін бізде Астана мұз сарайында Ертіс және Горняк арасындағы серияның екінші ойынның алғашқы кезеңі өз мәресіне жетті. Статистикалық көрсеткіштерді айтатын болсақ, бізде бірінші кезеңнің статистикасы голдар бойынша 0-1, қақпаға салу бойынша 12-11, бұғатталған соққылар 1-1, женіп алынған шайба тастаулар бойынша бізде көрсеткіш 16-8, айып 0-4, және арты құраммен және кем құраммен салынған голдар бойынша әзірге 0-0. Осы ойынмен тақылеттес тағы да бірнеше кездесу қазір, дәл қазір өтіп жатыр. Бізде Петропавлда Құлагер және Алматы арасындағы ойынның бірінші үзілісі, әзірге есеп 2-0. Бізде Құлагер алматылықтарды әзірге жеңіп жатыр. Сонымен қатар Көкшетауда бізде Арлан өз айдында Ташкентті Кумоны қабылдауда. Бірінші үзіліс сонда да Арлан әзірге 1-0 есеппен алда келе жатыр. Алексей Николаевич Калидаевты көрсетуде. Бүгін жалпы көңілге жақсы сияқты, галстук киіп келген. Толығымен классикалық стиль киім үлгісі. Никита Акулинин және біздің тұрақты жанкүйеріміз өзінің командасына әрдайым қызу қолдау көрсететіндердің бірі. Кез келген сәтте, әсіресе осы Ертіс шайба соққанда бұл кісінің эмоциясын сөзбен жеткізу қиын. Қонақтардың бапкерлер штабы Сергей Викторович Невструев және тағы да басқа мамандар. Қазір айтында ойыншылардың барлығы сақадай сай дайын, төрешілерді өзара қазір ақылдасып, бірер секундтан кейін біздің тартысты ойынның екінші кезеңі де басталуға жақын. Ендеше көрек бірге. Инспорт арнасы қосылу болсын. Көрсетілімнің дыбысын қатырақ қойып кеттік. Екінші кезен. Қонақтар бірден алға шықты. Солай айналма тәсілмен қақпаның сыртына қарай. Бұл жерде әрине павлодарлықтарға бірінші минуттардан қорғануға тура келеді. Борт қасындағы талас соңына дейін бергісі келмейтін сияқты. Валерий Садиков және снаряд сыртқа ұшып кетті. Әрине әдейі жасалған шара емес. Сол себепті қазір ортадан біздің ойынымыз ары қарай жалғасын табатын болады. Неке Горняктың бапкерлер штабы Захар Захаров пен Сергей Викторовичтің арасындағы әңгіме тактикалық сызбаны көрсетті. Және қазір ортамен Горняк өзінің шабуылын ұйымдастырып көрмек. Бірден үш ойыншыдан сытылып шығып, соққы жасамақшы болған. Жерде қауіптің бетін қайтарған сияқты павлодарлықтар. Қаптал ауыстырылды. Александр Шемел ойынға қосылғанын көріп отырсыздар. Демек қазір аталмыш ойыншы екінші бестікте өнер көрсетуде. Бірден орындарын ауыстыра қойды. Даниил Васильев бірінші болып барған емес. Қазір енді шайбаны алға асыру орын алғандықтан қонақтарға өз ойыншыларын алмастыруға болмайды. Тыйым салынған. Бұл жерде Ертістің қорғаушылары сенімді қимылдады. Соны көрген болатынсыздар. Қазір ортадағы талас. Өретте жылдамдықтарын қосуды керемет соққы жасады Денис Катов. Кеше өткен ойынның қаһармандардың бірі. Бірден павлодарлықтар үш ойыншымен шабуылға шықты. Соққы жасауға мүмкіндік жоқ.
Бұл жерде ойыншылар құлап та жатыр соңына дейін. Қорғануға тура келді. Әзірге паладарлықтарға соққы жасау бойынша дәл соққы керек. Бұл ретте бірден керемет пас Гостюша соққы және Владислав Нурек керемет қимылдады. Никита Гостюшов қақпашымен рандевуға шыққан болатын, бет-бе-бет мінекей және өзінің айласын асыра алмады жас ойыншы. Никита Гостюшов, 17 жастағы Павлодарлық Мұнайшының негізгі ойыншысы және Павлодарлық Ертістің сапына шақырып жүр қазір. Сенім артуда аталмыш ойыншыға. Бұл жерде диагональды пас, бірақ Андрей Кураков бұл пасты жоққа шығарды. Артқа қарай. Бұл ретте Гарняк шабуылда соққы және Никита Акулинин сенімді ойнады және бұл снарядты оп-оңай қағып алды. Соққының жойқын болмағанына байланысты әрине. Қазір енді Ертіс командасының айып алаңдағы шембердегі нүктеден біздің қарсы матч жалғасатын болады. Бұл жерде Павлодарлық команданың бапкерлер штабы барынша тактикалық айла тәсілдерді қолдануға мәжбүр. Қазір ең бастысы осы таблодағы сандарды теңестіру. Бұл жерде Гарняк алға ұмтылмақшы болған және қарымта шабуылға шығуға болады. Барлық ойыншылар қайтып үлгерді. Владислав Нурек ойынға қосылып, снарядты өз қолында ұстамай бірден ойынға қосты десек те болады. Төрешінің ысқырығы және ойыннан тыс қалып қойған сияқты. Гарняктың шабуылшыларының бірі. Кей жергілікті жанкүйерлердің көңіл күйін көріп отырсыздар. Барлығы жергілікті командаға барынша қолдау көрсетуде. Қонақтар шабуылда, бірақ павлодарлықтар өздерінің айып алаңына барынша кіргізбеуге тырысуда. Екінші кезеңде мінекей қос команда бір-бірін зерттеуге кіріскендей болып көрінді. Жойқын шабуылдарды көріп отырған емеспіз. Осы екінші кезеңнің өткен 3,5 минутында Никита Ляпуновтың алға қарай ұмтылысын көрдіңіздер. Бірақ Никита Акулинин басқа Никитаның қақпаға бағыттаған соққысын ұстап алды. Шембердегі талас. Кей павлодарлықтар өздерінің алғашқы бестігін шығарды. Бұл жерде соңына дейін күресті. Қазір керемет жатып барып снарядты қайтармақшы болған Михаил Кузык. Карпов прессинг жүргізуде. Голы Карпов және Диас Атахановтың бестігі қазір айдында. Акулининға ойынға қосуға тура келді. Ласкин, арғыры Атаханов, Гулы. Гулы Атаханов, соққы және қиыс кетті. Қақпа сыртындағы талас. Өретте тіпті Таир Мұхтаровта шабуылға бел буды. Диагональды пас, қазір Гарняк шабуылды. Керемет сұтылып шыққан еді. Ары қарай не болатын бірге көрейік құрметті Инспорт арнасының көрермендері. Және бұл жерде қарымта шабуылға шығуға болады. Сергей Гриценко
қақпақасындағы Талас және Владислав Нурек снарядты қағып алды және ойынды тоқтата білді. Қазір қонақтардың айбалаңдағы нүктеден біздің дартсты матчымыз ары-қарай өзінің жалғасын табатын болады. Кисленко дайын тұр. Дмитрий өзінің қарсыласын көрді. Қазір енді дуэль. Қоладалықтар снарядқа бірінші болып жетті. Ары-қарай Кисленко борттың шетінде күресуге мәжбүр. Диас Атаханов бір ойыншыдан айналып өтті. Екіншісінен айналып өтпекші және қалдырды. Ары-қарай дәл сол баяғы Дмитрий Кисленко көксіздіктен жіберіп алды. Жих және шабуыл осымен аяқталған сияқты. По-прежнему 0-1 в пользу Горняка у нас в этой встрече. Захар Захаров остается автором единственного гола в этом матче, но моментов достаточно. Как с одной, так и с другой стороны. Ну и даже где-то вот на протяжении 5,5 минут, которые мы уже с вами видели. Ну, Иртыш поинтереснее, поагрессивнее именно в зоне атаки. И по моментам тоже пока Иртыш соперника превосходит. Но все же может поменяться, да, в любой момент. Вот сейчас Щукин и Маркабаев об этом напомнили. Один отдал на дальнюю, второй замыкал. И очень близко Горняк был к заброшенной шайбе. А у Иртыша до этого был момент у Никиты Костюшева. Молодой, 17-летний. Не зря мы его показали. 2-1. Здесь выход у Горняка. И... Ну, ребята. Нарисовали-то хорошо. Реализация пока подводит как одних, так и других. Но... Так вот, живенько, несмотря на малое количество заброшенных шайб, эта игра смотрится. И снова подбор за Горняком, передача по диагонали до Дмитрия Васильева доводят. Васильев хорошо на Владимира Кротова, тут пауза-то какая мхатовская. И дожидается он момента сближения с Артуром Шетли, и в него же и бросает. Ну вот как-то так. Здесь еще один подбор, Кузык. Михаил держит шайбу под своим контролем и выбрасывает ее во свояси. Ну, там касание было. Вот. Ну и мы на рекламу отправляемся. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Возвращаемся в Павлодар. Напоминаем, что генеральным спонсором Прохоккей Лига С является компания 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Стартует у нас вбрасывание очередное. И оно за рудничанами. Казарез. Шайбу под контроль на Васильева. Васильев дальше. И там Таир Мухтаров. Голый. Не сумел Михаил вывести ее из зоны. И вот такой небольшой сумбур происходит сейчас в зоне. Так, Васильев здесь Ганиева. Жестко так довольно встретил. Но Васильев может. Так, ну и вот здесь Буб против Таира Мухтарова. Успевает Артем первым сейчас. Дальше через Алексея Казареза. Казарез через Липунова. Ну и экс-игрок Иртыша. Вот здесь уже момент создает опасный Акулинин. Акулинин успевает. Он сейчас щитком сыграть. Успевает свою команду выручить. Атаханов контратаку попробует сейчас Иртыша не сгонять. Голы. Но там партнеры меняться поехали. Поэтому тут атака в одиночку в исполнении Михаила была.
А уже у Садикова такая же история. Но другое дело, что лавка табличная, да, вот здесь была на пересменке, поэтому успели здесь поддержать атаку Валерия Садикова и его же партнеры по команде. Садиков довольно высоко здесь, Валерий. Ну, а вот это уже и выход шайбы из зоны. Шишов чуть назад, снова передача. Садиков, Шишов. Шишов, падение и вне игры. Или будет удаление? Будет удаление. Будет удаление. Александр Агапов подъезжает и фиксирует первое нарушение правил со стороны Иртыша в этом матче. Первое большинство для Горника. Во вчерашней встрече рудничане реализовали. Большинство было дело в начале третьего периода. Другой вопрос, что они еще и пропустили в большинстве. Но такое тоже случается. Андрей Кураков в составе команды из Павлодара отправляется на скамейку для плохих парней. Ну а Батыр Маркабаев вместе с Денисом Скатовым, Владимиром Кротовым, Оскаром Юлборисовым и Александром Куршуком идут реализовывать лишнего сейчас. Юлборисов, которого, ну, наверное, уже представить не в форме Горняка, ну, просто невозможно, да? Оскар, пятый сезон для него, если я не ошибаюсь. Так, здесь Сисиванькаев так навязал борьбу. Скатов держит шайбу под своим контролем, Денис. Так, передача, Куршук, диагональ хорошая, пауза, опа. И это все Вакулинина, который занял правильную позицию в воротах. А бросал Дмитрий Силютин, который пополнил Горняк в прошлом сезоне. Прошлый сезон Силютин начинал в составе ташкентского Хумо. Но такой мощный нападающий. И бросок у него неплохой. Но вот он нам его и продемонстрировал. Другое дело, что шайба попала в Акулинина, который грамотную позицию занял. Выиграно вбрасывание Горняками. Щекин дает на Канышева. Тот паузу выдерживает, находит Скатова. Скатов через Щекина. Очень уверенно Горняк держит шайбу. Минута позади этого самого большинства, Шарипов. Но так киксанула шайба. Не получился бросок у автора гола в пустые ворота у вчерашней встречи. Так, а вот здесь на пятак. Ну, Васильев хорош. Васильев павлодарский. Контратака? Ага. Вопрос риторический получился. Нет, не будет здесь контратаки. Павлодарцы предпочитают от простого поменяться. Ну, наверное, оно и правильно, поскольку Иртыш, ну, довольно долгое время играет одним сочетанием, да, в этом меньшинстве. Вот сейчас поменялись. Карпов. Доезжает до синей и встречается с тремя соперниками. Но шайба по-прежнему у хозяев. Ну и такой наброс, чтобы Владислав Нурек там не замерз. Еще один подбор. Захаров. Вошел Захаров в зону. Ага, вот такой вот резкий разворот против Белимбаева. Он здесь оказался. Ну и родничане довольно уверенно шайбу контролируют. Пока нет броска, а до выхода на лед пятого полевого всего ничего. И Кураков вот сейчас может успеть к этой шайбе. Не успевает. 9,5 минут. Команды еще проведут на площадке во втором периоде. 0-1 в пользу команды Горняк. Я жанагана командалардың айдындағы ойыншылардың саны теңесті. Енді павлодарлықтарға өздерінің шабуылдары туралы ойлауға болады. Оның алдында бірнеше рет қарымта соққы жасауға болушы еді, бірақ шаршап қалды кішігірім. Бір бестікпен көп уақыт бойы ойнау әрине қиынға соғатыны сөзсіз. Қазір борт қасындағы талас соңына дейін, және бұл жерде төрешінің қолы көтерулі. Қазір 47-ші нөмірдегі ойыншы Дмитрий Тисленко итерген үшін 2 минут. Командасын қиын жағдайда қалдырып, өзі айып тұрағына жөнелтілді. Горняк үшін бұл жақсы мүмкіндік. Рудный қаласының ойыншылары осы айдындағы хоккейшілердің
көптігін жақсы пайдалатын кешегі ойын көрсеткен еді. Қазір өзара комбинациялық шабылдардың бірі алыстан соққы және Никита Акулинин дер кезінде бұрышты жауап үлгерді. Шайқас десекте болады. Керемет пас, соққы және көксіздіктан шығып кетті. Бірден Горняк өзінің жаңа шабуылын ұйымдастырып көрмек. Александр Куршук бұл жерде. Артур Шетле бірінші болып жетпекші болған. Бірақ бірден үш ойыншы оны қарсы алды. Оскар Юльбарисов. Диагональды пас және қауіпті аймақты жауап үлгерді қазір Горняк. Қайтадан Юльбарисов. Артқа қарай. Бұл жерде Валерий Садиков пен пас берген болатын. Бұл жерде артқа қайтуға тура келеді. Владимир Кротов қақпашымен. Осы Владислав Нурек тонып қалмас үшін оған да пас беріп үлгерді. Қазір жойқын бестік толық құраммен Ертістің айып алаңында жайғасып алған еді. Атаханов та тіпті қорған шебінде жүр. Соңына дейін алып қойуға тырысады. Жоқ, бұл жерде ортаға берді. Садиков соққы. Тағы да бір рет кереметтей шыдай алды қазір павлодарлықтар. Енді толық құраммен өздерінің шабуылдарын ұйымдастыруға болады. Бұл жерде бірден екі ойыншы шайбадан қиыс кеткен еді. Қақпасындағы талас. Рыжих соққы және жоқ. Бұл жерде аренадағы жанкерлердің өзі тұрып қуана бастаған еді, бірақ снаряд қақпадан саңылау таппаған сияқты. Сиванькаев арғарай. Бұл жерде қонақтар қателікке бой берді. Алыстан соққы. Бестікте бірнеше ойыншы бар. Тіпті Дмитрий Тисленко соңғы соққы жасап үлгерді. Қазір мінекей Ертіс толық құраммен қарсыластың айып алаңында өзін емін еркін сездуде. Көксіздікті жапты. Тағы да бір соққы. Владислав Нурек керемет соққыны тойтара алды. Және бізде кішігірім жарнама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. OneXBet компаниясы көрсетілім демеушісі. Хоккей ғыра спорттық эмоциялардың бас демеушісі мен сүйікті командаларында қолда деген оранмен. Ал біз Павлодар қаласына қайтадан оралсақ, бүгін бізде Құса Астана мұз сарайында Ертіс және Горняк арасындағы серияның екінші ойыны өтіп жатыр. Өте тартысты. Таблодағы сандарға қарамауға да болады. Себебі қос команда тек қана жеңіс үшін, тек қана ұпай алу үшін шайқасып жатыр. Соңғы сәтте павлодарлықтар оянған сыңайлы. Павлодарлықтар толық құраммен шабуылдарын ұйымдастыруда. Бұл жерде диагональды пас берілген болатын. Қазір енді снарядқа бірінші болып Александр Семочкин жетті екен. Қазір әріптестерін іздеуде.
екінші кезеңде осы Горняк айдындағы ойыншылардың көптігін екі рет пайдалана алмаған еді. Әлі де ойнымыз жалғасуда, қаптал арқылы. Бірінші болып Оскар Юль Борисов жеткен еді. Көксізіпті жапты. Қонақтар шайбаға елі кету көрсеткішін барынша жақсартып жатқан сыңайлы. Бұл жерде қазір Батыр Марқабаев белсенділігімен көзге түсуде. Батыр алыстан соққы жасап көрді, бірақ бұл жерде ойыншылар әзірге жалғасуда бізде. Ну, так вот, как в той песне, да, по волнам, по волнам. Они так долго идут, что одни, что другие, к заброшенной шайбе пока не получается. Но вот до коммерческой паузы отлично павлодарцы смену свою провели. Очень много бросков, и там действительно прям такой настоящий пожар у ворот Владислава Нурека был. И где-то, наверное, вот эта вот самая пауза, она пошла Горняку на руку. И после нее уже рудничане создают моменты перед чужими воротами. Ну а так, в целом, конечно, кому-то предпочтение отдать, ну, наверное, нельзя, потому что игра, она довольно равная, как с той, так и с другой стороны, но нетривиальную вещь, конечно, скажу, победит тот, кто лучше реализует свои моменты. Катков бросает по воротам, а не прижата шайба, а не прижата была шайба, и вот здесь, и вот здесь. Такое ощущение, что Горняки вот как будто выключились из эпизода. Да из него, наверное, все и выключились. Просто павлодарцы впервые успели ее увидеть и выбросить во свояси подальше из собственной зоны. Алексей Казарец шайбой паузу выдерживает. Разворачивается 77-й номер рудничан. Хорошая передача. И тут же открывание. И открывался-то под бросок хорошо. То есть движение и с шайбой, и без. У Алексея Казареза сейчас получилось довольно неплохим. Ну а это Никита Акуленин, у которого работы достаточно много. Так. Ну вот, парень в очках. Нет, не в очках. Ну, интересная кепка. Так, очередное выбрасывание. Это Таханов. И против него Липунов. Выбрасывание остается за Горняками. Но наиграли, наиграли уже на голы те и другие. А мы их ждем. А мы их ждем. Должны они у нас появиться. Не знаю, уж во втором периоде будут или нет. Но, во всяком случае, игра такая веселенькая у нас получается. Казарец вбрасывает шайбу в зону. Здесь Белимбаев. Белимбаев первый на шайбе. Но на подборе. Лисы. И вот здесь момент тоже был неплохой. Здесь же Рыжих. Успевает Алексей. И находит Атаханова, который, собственно, под свои синие-то и открывался. На Карпова идет передача. Максим оставляет Сиванькаеву. А и здесь Артем уже заряжает в ближний. Хороший был бросок. Но чуть-чуть выше створа прошла шайба. Сиванькаев и его наброс. Тесленко. Снова еще одна передача, но неплохо первое звено Иртыша выглядит прямо сейчас. Еще один подбор, и это уже Селютин. Ага, ага, ну тут пора на смену, нет? Ну да, вот Артем Буб поехал. Поменялся передача Тесленко, моментище! 1-1! И шайба в воротах. Дмитрий Тесленко сравнивает цифры на табло. И вот теперь тут трибуны просто на ушах стоят. И так предательски она выкатилась из-под Владислава Нурека. Ну а Тесленко давно к этой шайбе шел в этой игре. Очень активно действовали вообще в целом хоккеисты первой пятерки павлодарской команды. Ну и оно, наверное, где-то заслуженно и закономерно улыбается. Дмитрий доволен. Ну а чего ж нет-то, когда да. И счет у нас равный 1-1. 1-1. Дмитрий Тесленко счет на табло сравнивает. Алексей Власкин. И Михаил Кузык в ассистентах у этой заброшенной шайбы.
полторы минуты до конца второго периода. Иртыш 1, Горняк 1. Все, начинаем сначала. Для Дмитрия Тесленко третья шайба в текущем чемпионате. Забрасывал Тесленко ворота Бейбарыса. Здесь Павлодаре. Еще один подбор. Здесь же снова Юлбарисов. Юлбарисов не дадут Оскару. А вот здесь можно попробовать. Щемель бежал, бежал, бежал. Но горняки-то первее оказались. Здесь Маркабаев. Баттер. Баттер. Паттер из туда, за ворота. Тут Васильев. И что дальше? Шетли. Играет вперед Артур Шетли. Евлоев на Таира Мухтарова. Мухтаров. Передача в середину. Рыжих успевает касание совершить. И сам же Алексей пошел Каткова-то прессинговать. 30 секунд до завершения второго отрезка сегодняшней игры. Обменялись команды голами. Горняк в первом периоде. Автор единственной заброшенной шайбы — Захар Захаров. Ну и Дмитрий Тесленко в периоде втором стал автором этой самой шайбы. Так, ну а здесь Атаханов. Голы. Голы. Оставление. Атаханов. 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 Пауза. Белимбаев. Белимбаев. Наброс. И отскочила шайба от борта. Рыжих. Все. Все, 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 звучит сирена, и команды отправляются на второй перерыв в этой встрече. То же самое сделаем мы, но прежде чем мы это сделаем, посмотрим яркие красочные хайлайты второго периода. Я думаю, что наши режиссеры подобрали вам самую интересную, самую яркую подборочку, и есть на что посмотреть. Ну а пока Иртыш 1, Горняк 1, второй перерыв. Бұл Астана, таңғажайып қала. Серпінді ойын. Бұл Есілдің шабыты. Бұл Кукушкин, Бублик, Корда. Бұл Вавренко, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино, және Тим. Бұл Байтерек жарқыны. Бұл Билайн аренадағы тамаша ойындар. Бұл Астана Оупен. Бұл теннис. Идега интернет. Телевизия. Мобильді байланыс. Бихом плюс тарифмен барлық отбасы пайдалы. Үйдегі интернет плюс телевизия плюс мобильді байланысқа 50% жеңілдік. Билайн. Жарқын жақта өмір сүр. Әргімнің күш қуаты бойында. Оны дәл кезінде сезіне біл. Форте. Күш бойында.
сегодняшней игры между командами Бейбарса и Ахтубе. Атаки Бейбарса тут же дали о себе знать. Настрой команды был бешеный, что можно сказать также и о команде Ахтубе. И, конечно же, болельщики были готовы поддержать свою любимую команду вместе с баннерами, криками, барабанами и, конечно же, максимальной заряженной энергией. Попитич имел замечательную возможность после того, как Эрик Алдабергенов ошибся в защите, но Роман Холмыков спас своего партнера по команде и, конечно же, всю команду, предотвратив взятие ворот со стороны бывшего игрока команды Бейбарс Евгения Попитича. Ну а здесь было нарушение правил уже со стороны самого голкипера. Сыграл он с высоко поднятой клюшкой, после чего нанес небольшой вред Владиславу Плотникову. После чего моменты не закончились. Раз за разом оба голкипера спасали свою команду. Ершов Матвей очень здорово сыграл на страже своих ворот. Ну а это первое взятие ворот. Таким вот образом забрасывал шайбу Степан Александров после передачи Волгина. Замечательный момент, замечательный гол и, конечно же, хорошая игра Бейбарс, который вышел вперед во втором периоде до интереснейшей игры. После чего второго гола ждать пришлось недолго. После поперечной передачи Ершов Матвей подставил ногу, шайба предательски отскочила прямо перед его воротами, и Алексей Клочков без каких-либо трудностей забросил вторую шайбу, сделав счет на табло 2-0. Ну а в этом моменте также предательски шайба упала перед воротами Романа Калмыкова после изящного трюка Леонида Беляева. Извиняюсь, не Абдрашитов это был, ну а сам Леонид Беляев уж как раз-таки забросил шайбу в ворота, сделав счет на табло 2-1. В последующих моментах Калмыков очень здорово спасал свою команду. В принципе, оба матча можно назвать вратарскими. Моментов было куча. Ну а вот здесь уже Кучин забросил шайбу в ворота Романа Калмыкова, сделав счет на табло 2-2 и еще более раззадорив обе команды. После чего все самое интересное только-только началось. Ну и, конечно же, болельщики продолжали поддерживать свою команду в невероятном порыве. А здесь Ершов Матвей вновь спасает положение после того, как Альберт Гатин мог сравнивать счет. Но, к сожалению, для Альберта эта атака ушла в никуда. Ну а здесь третью шайбу забросил Владислав Плотников. Моментами ранее я сказал, что Альберт Гатин мог выводить, сравнивать счет, но он мог выводить ее вперед, но не смог он это сделать. Плотников, в свою очередь, забросил третью шайбу, после чего увидели мы шайбу как раз-таки от Степанова, но после нескольких повторов судьи решили отменить этот гол, так как шайба была заброшено именно движением ноги. Но, тем не менее, подопечные Аргукова Артема все-таки собрались силами, и в падении Ершов Матвей не смог спасти положение после броска Клочкова. После чего мы увидели нарушение правил. На 2 минуты покинул лед горожанинов. 2 минуты держались тюбинцы, не пропустив гол в самый занавес. После чего мы увидели уже овертайм, который запомнился по большому счету лишь силовыми приемами. А вот так вот Воробьев ставит точку в серии послематчевых буллитов, выведя свою команду вперед, и таким образом принес победу своему клубу, на что Кучин отметился лишь штангой. Роман Калмыков остался победителем этой дуэли за счет помощи своих же ворот. Сразу с нескольких ракурсов нам показывают этот момент. Ну и, конечно же, Роман Калмыков отстоял в защите очень и очень здорово. Ну а нашему вниманию статистика. Очень много бросков было у нас в этой игре. 36-32
по броскам поворота впереди Бейбарес. По выигранным брасываниям 40-25. Ну и ни одна шайба не была заброшена в меньшинстве и большинстве. Хотя времени штрафного было очень много. 20-8 соответственно. Но таким вот образом заканчивается у нас матч. В основное время 3-3. После чего мы увидели овертайм, который не принес нам ни одного гола. И в серии после матчевых буллитов сильнее оказался Бейбарес 4-3. Ну а мы заканчиваем нашу трансляцию. Заканчивается и серия, домашняя серия игр у Бейбареса. С вами были дуэт комментаторов Токмурзиев Азамат и мой коллега Кадрабаев Ислам. Увидимся на хоккее. Пока-пока. Я Павлодар қаласына қайтадан оралсақ, бізде екінші кезеңнің статистикасы экрандарыңызда. Сандарға келетін болсақ, бізде екінші кезеңде бір шайба соғылды. Қақпаға салу бойынша 8-9. Бұғатталған соққылар бойынша 3-0. Женіп алынған шайба тастаулар 6-9. Айып 4-0. Артық құраммен және кем құраммен салынған голдар бойынша бізде көрсеткіштер 0-10. Я. Статистика осындай. Қарымта матчта есеп әзірге
бірді-бір осы ойынмен тақылеттес өтіп жатқан матчтарға келетін болсақ, құлагер өз айдында Алматыны қабылдап, қазір Петропавл қаласындағы матчтағы есеп 3-1. Арлан және Хумо арасындағы матчты өтіп жатыр, әзірге есеп 1-1. Ташкенттік ұжым Көкшетау қаласында осы есеп таблодағы сандарды теңестіре алды. Ал біз Павлодарға қайтадан оралсақ, мінекей Горняк және Ертіс арасындағы тартысты матч ең ақтық сын десек те болады. Бүгінгі ойынның барлығы осы үшінші кезеңде анықталатын болады. Мүмкін қос ұжымда ұпай жинап, бір ұпайдан еленіп, мүмкін жеңімпаз овертаймда немесе овертаймнан кейін ұйымдастырылатын буллеттер сериясында анықталуы мүмкін әрине. Бірақ қалай болса да жеңімпаз бүгін анықталады. Дәл осы Астана мұз сарайында Ертіс немесе Горняк екі ұжымның бірі жеңіске жетеді. Хаттамаға келетін болса, Горняк 3-ші минутта осы Захар Захаровтың көмегімен есеп ашқан болатын. Бұл ретте әрине сіз осы бірінші кезеңнен кейін көрсетілген хайлайттарға көз жүгіртсеңіз, сонда әрине 2-9-ші ойыншы Иван Шкленник және Захар Захаров арасындағы таластан кейін осы екіншісі снарядты тартып ап, Никита Акулининан өзінің айласын асырған еді. Ал Ертіс екінші кезеңнің осы соңғы минуттарында Дмитрий Тисленко таблодағы сандарды теңестірді. Бұл ретте Алексей Власкин және Михаил Кузык осы өз есімдерін болдық пас берушілер ретінде жазды. Сонымен бізде үшінші кезең басталды. Шайбайдынға тасталды. Кеттік. Барлық көрермендерге сәттілік тілейміз. Жанкерлерге де. Қазір алсан соққы бағыттап көрді. Және бұл ретте Владислав Нурек шайбаны қағып алып, ойынды бірден үзіліске жіберді. Әсем ән ойнауда. Әсем ән айтып, да, бейбелеп жатқандар да бар, телефонмен әңгіме соғатқандар да бар. Қазір мінекей қақпаның сыртынан біздің тартысты матчымыз әрі қарай жалғасуда. Бұл жерде соңына дейін күресіп алып қоймақшы болды Андрей Кураков. Қазір енді қонақтар жабылды, артқа қарай берді, ортаға пас және тағы да бір қауіпті сәт. Никита Акулинин қорғады және Сергей Гриценко өзі жалғыз алға қарай ұмтылып соққы жасады. Қазір енді қонақтардың айып алаңдағы шембердегі нүктеден біздің тартысты ойынымыз ары қарай жалғасын табатын болады. Төрешінің ысқырығы жекпе-жекке шақыруда қазір нүктедегі таласқа. Бұл ретте қонақтар сақтап қалғанымен павлодарлықтар бірден тартып алды, соққы да жасап үлгерді. Қақпаның сыртындағы талас айналып өтті, өте техникалық тұрғыдан жақсы орындалған әдіс тәсіл. Рузиль Ганиев диагональды керемет пас. Қайтадан ортаға. Сиванькаев өзі жалғыз 3-1-дей қорғаушыдан сытылып шықпақшы болған еді. Алексей Власкин бірақ көксіздіктен шығып, енді жоғары жылдамдықпен Оскар Юлбарисов бортың қасына келіп қадалды.
сүрініп та жатыр. Ары қарай өзінің командаласына пас берді. Және ойын тәртібі бұзылды бұл жерде. Қазір 25-ші нөмірдегі Михаил Кузык қарсыласын шалған үшін 2 минуттық айыппен жазаланатын болады. Жаңағы сәттің қайталауы. Қазір бірден 3-ші кезеңнің алғашқы минуттарынан павлодарлықтарға қорғануға, ал горняққа шабуылға шығуға емін еркін рұқсат. Үктідегі талас. Қонақтар бірінші болып жетті бұл снарядқа. Бақылауда ұстауда барлық ойыншылар өздерінің позицияларына жайғасты. Соққы жасап көрді. Александр Семочкин соққы жасады. Артқа қарай берді. Қаптал бар. Бұл жерде соққы жасауға дайын болған екен Валерий Садиков. Бұл нағыз позициялық шабуылдардың бірі десек қателеспейміз. Барлығы күтуде қандай шара қолданылатын қазіра. Қонақтар да. Сұрай әзірге асықпауда. Енді ғана соққы жасады Никита Кулининің қақпасына. Павлодарлықтар нағыз айдаһардай. Әрбір соққыдан кейін бірден алға қарай ұмтылуға дайын тұрған. Арыстандай айбатты. Әрине қорғанған әлде қайда қиын. Бұл жерде тағы да бір соққы және Никита Кулинин өзінің таяғымен керемет сейфтердің бірін орындады. Қазір бұл сәттің қайталауын көрейік. Бірден соққы жасауды жөн көрді Дмитрий Силютин. Кешегі ойында көзге түскен ойыншылардың бірі, шабуылшылардың бірі. Нүктеде қазір Батыр Марқабаев, оған қарсы Тисленко. Қонақтар сақтап қалды снарядты. Айналып барып тағы да бір соққы бұл жерде. Кезекті соққы және Никита Акулинин бірден екі қауіптің бетін қайтарып, қазір Данила Васильевтан жақсы бір құттықтау сөздерін алуда. Бұл үзілісті пайдаланып, әрине Алексей Николаевич Калидаев ойыншыларына барынша дұрыс нұсқаулық беруге тырысуда. Нүктедегі талас. Сарапты бірден алға қарай жібере салды. Бір қақпадан екінші қақпаға соққы жасап көрді. Бұндай бір симуляторларда болатын жағдай ғой, бұрын 2006-2007 жылдары шыққан симуляторларда өз қақпашымен джойстикпен кәдімгідей ұрып жібергенде, тіпті өз қақпаннан қарсыластың қақпасын дәл көздейтін сондай бір бақтар болатын. Бірақ шынайы өмірде мұндай шайба соғу әрине әлде қайда қиын. Қазір павлодарлықтар толық құраммен өз ойындарын жалғастыруға дайын. Енді ғана шабуыл туралы ойлауға болады. Керемет диагональды пас, соққы және Оскар Юль Борисов пен Александр Капковтың өзара тактикалық айла тәсілін көрдіңіздер. Бірі айналып барып, айналып керемет диагональды пас шығарып берген еді. Екіншісі бірден соққы жасауға бел буды. Дабылуда бірде бір. Мұндай қызықты ойында осыншама аз шайбалардың соғылғаны әрине бір жағынан қызықты, бір жағынан әрине өздеріңіз түсіндіріңіздер.
Қазір бор қасындағы талас бұл жерде. Көктер бірінші болып жетті. Диагональды пас керемет. Михаил Гулы. Гулы кімге береді? Гулы өзі соққы жасады. Төрешінің ұсқырығы. Бұл жерде не болады? Да, бұл жерде 7-ші нөмірдегі Александр Катковты айдыннан шығарып жіберген. Ойын тәртібін бұзған екен. 2 минутты қайыппен жазаланды. Қазір енді павлодарлықтар үшін керемет мүмкіндік. 5 ойыншы мен осы 4 ойыншыға қарсы өнер көрсету. Бұл жерде төреші қайтадан бір. Ескерту берді. Қазір нүктеден қайтадан ойынымыз жалғасуда. Павлодарлықтар мінекей нағыз шайқасқа шыққандай болып көрінді. Қылыш тасып та жатыр. Горняк болса, өздерінің физикалық дайындықтарын барынша паш етуде. Сиванькаев. Осылай өзіне қарай ойыншыларды барынша тартуға тырысуда. Енді ғана жол жүретін сияқты. Бласкин. Бұл жерде ойыннан тыс қалып қойған сияқты. Ары қарай әріптесім жалғастырады. В большинстве пребывает павлодарский Иртыш после того, как за удаление был, за грубость был удален Александр Катков. Алексей Калидаев со своими подопечными ведет беседу, а Сергей Викторович Невструев сейчас обсуждает с Александром Агаповым, одним из главных арбитров этой встречи, как раз-таки тот момент с удалением. Крайне не согласен был Сергей Невструев с тем решением, которое приняли арбитры по той ситуации. Так или иначе, Горняк в меньшинстве. Горняк пока довольно успешно провел сейчас на площадке в этом меньшинстве первые 45 секунд. Ну и сейчас шайба выброшена. Дальше Васильев успевает, Даниил. Ну и павлодарцы начинают раскат своей новой атаки. И это Мухтаров. Оставление Шетле. Снова Мухтаров. Щемель здесь так не пускают Александра, зато пускают Артура Шетли. Хорошие руки у Артура. И так вот он сейчас выходил на оперативный простор. А это уже Адам Евлоев, который также был в этом большинстве сейчас на площадке. И Артур Шетли. За счет рук, да, за счет мягкости своих рук хотел этот момент использовать и реализовать большинство. 45 секунд. Именно столько Иртыш получает секунд на реализацию лишнего. Карпов бросает, но успевает его здесь Куршук накрыть. Больше того, Куршук уже успевает и на пятак, собственно, вернуться. Там последить. А пока у Иртыша там никого. Вот только сейчас Алексей Рыжих подъезжает, закрывает обзор Владиславу Нуреку. Но и там и Оскар Юлбарисов успевает шайбу блокировать. Атаханов. Здорово. Подставление Гулова. Но нет. И тут же контратака сейчас пошла со стороны Горняка. В меньшинстве передача скатов. И так немножко неудобно было укрощать эту шайбу. Она прыгала непослушно перед Денисом. Гулы заходит в зону соперника. Бросает по воротам. Нурек в игре. Но такая нетипичная атака немножко для большинства получилась. Власкин низом. Тут же добивание. И на месте Владислав Нурек. Сейчас Захар Захаров в зоне соперника. Еще одна передача Катков. И это тоже хорошо сейчас было. Подключался очень здорово седьмой номер Рудничан. Абенов. Тимур, кстати, выходил на это большинство. Как он пытался там на пятаке обзор закрыть голкиперу. И снова Абенов. Дальше Кураков.
Кураков с шайбой. Андрей Кураков. Кураков сам же бросает, но там рикошет и взмывает шайба вверх. И у нас коммерческая пауза. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Возвращаемся в Павлодар. Напоминаем, что генеральным спонсором про хоккей Лига С является компания 1xBet. 1xBet – спонсор спортивных эмоций. Дмитрий Тисленко против Никиты Липунова. На точке вбрасывания здесь подбор за горняком и устремился. Сейчас Алексей Казарец в чужую зону. Довольно молодое звено на площадке сейчас у ребят из Рудного. Это Буб, это Липунов и это Казарец. Казарец и Буб — воспитанники Руднинской школы хоккея. Но вообще в этом плане, конечно, надо отдать должное. Опа, рядом с нами тут тоже шайба решила полетать немножко и нас попугать. Так, ну и не просто так она прилетела, да? За попытку бросить в комментатора малым штрафом Алексей Власкин наказан малым штрафом. Но это ладно, шутки шутками, выброс шайбы за пределы площадки. И еще одно большинство. Как бы вот эта вот игра в неравных составах и не стала ключевой в этой игре, да, поскольку играть 12 с небольшим и удаляться, конечно, ни тем, ни другим сейчас нельзя. Вот этот момент с участием Алексея Власкина. Ну и смотрим большинство. Щекин дальше на своего партнера играет. Вячеслав Шарипов. Им оказывается и подбросок. Семочкин заряжает сейчас. И на месте Никита Акулинин. Шарипов. Шарипов через Щекина. Снова Шарипов. Вот неплохо горняк сейчас в зоне. И Канышев бросает в ближний. На месте Акулинин. Семочкин продолжает. Александр держать эту шайбу. Адресует ее дальше. Снова на Дмитрия Силютина. Силютин снова на Семочкина. И выходит шайба из зоны. Быстрая смена тут у павлодарцев. Но она частичная. Выходит гул и выходит Атаханов сейчас. Ну и там Мухтаров на своем пятаке вместе с Васильевым, который Даниил. Но родничане тоже выпускают сейчас на площадку Кротова. Кротов успел появиться, и все. В общем-то, тоже. Так родничане полностью-то свое сочетание не поменяли. Подбор еще один за горняками. Контроль хороший, бросков нет. Вот в чем вопрос. И здесь Гулы вывел шайбу из собственной зоны Михаил Гулы. Дальше Батер Маркабаев, Кротов. Вот здесь уже родничане успели сменку произвести. Оскар Юлбарисов. Скотов. Хороший бросок. Опять же, да, вот хитрющий он нападающий. Он может смотреть в одну сторону, бросать совершенно в другую. Вот он, Денис Скотов. На ваших экранах крупно опытный нападающий. И как-то вот у него всегда в горняке игра идет. Вот сколько бы Скотов не приезжал в Рудный, а всегда он на лидирующих ролях, всегда он заметен, всегда активен. И здесь опаснейший момент горняк создает, но переиграть Акулинина не получается. 15 секунд до появления на площадке пятого полевого. Ну а вообще Денис Катов — воспитанник самарской школы хоккея. Здесь передача. Код зону Маркабаев, бросок поворотом, Акулинин на месте. Очень много. Так, здесь вспышка страстей. Кузык и
Маркабаев. А от этого тоже никуда не денешься в равной игре, при равном счете. Такое тоже имеет место быть. Так вот, в продолжении рассказа о Денисе Скатове скажу, что ЦСКА ВВС очень долго играл. И затем перебрался в Горняк. Это было в сезоне 2014-2015 годов. Затем сезон 15-16 он тоже в Горняке отыграл, после чего несколько сезонов играл в высшей хоккейной лиге. И еще интересный факт в карьере Дениса Скатова. В сезоне 20-21 он успел съездить в Турцию. В Турции сыграл два матча сыграл, забросил 7 шайб и отдал 10 голевых передач. Такая вот статистика за 2-то сыгранных матча. Да, и такое было. Ну, затем Актобе, Бейбарыс, ну и вот сейчас снова Горняк. Ну и в прошлом сезоне в составе ЦСКА ВВС стал победителем ВХЛБ. Ну, вот так вот. Помог родному клубу, так сказать. Теперь помогает Горняку. Ну, что здесь? Горняк снова в зоне соперника. Неплохо шайбу контролирует. Бросок поворотом. Кулинин. Но здесь Щекин. Не стал, да, бросать. Паузу выждал. Перевод. А вот Катков. И снова Кулинин. Ай да браво. Ай да вратарь. Ай да красавец сейчас. Но... смаковать и смаковать такой повтор. И Катков-то, да, вот вся мощь, что была в Александре, он всю душу в этот бросок. А Кулинин вот таков. И это красиво. И это красиво. 9:40 команды проведут на площадке в третьем периоде. Счет равный 1-1. Я таблода тень есеп әзірге орнығып тұр. Қазір Горняк бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Никита Акулининің қақпасы толығымен өртке оранғандай болып көрінді. Бұл жерде ешқандай ойын тәртібі бұзылмаған сыңайлы. Төрешінің ысқырығы үнсіз. Және Горняк осы қақпаның сыртынан өзінің шабуылын ұйымдастырып көрмек. Қазір Горняктың 77-ші нөмірдегі ойыншысы Алексей Казарес алға қарай ұмтылмақшы болды. Бұл жерде көк сызықтан жіберіп алған және төрешінің ысқырығы. Қазір енді барлық команда қонақтардың айбалаңдағы шембердегі нүктеден емес, ортадағы нүктеден жалғастыратын болады. Павлодар Ертіс сапында көзге түскен бүгін 47-ші нөмірдегі Дмитрий Тисленко. Кішігірім жарақат алып қалған сияқты. Қазір енді бірнеше секундтан кейін ойынға қайтадан қосылады деген сенімдеміз. Алексей Рыжих. Диагональды пас. Қазір бірден Горняк снарядқа иелік ету көрсеткіштерін барынша арттыруда. Бортқасындағы талас. Бұл жерде павлодарлықтар жеңімпаз атанды. Және алға қарай керемет ұмтылыс Тимур Абенов. Абенов соңына дейін жүгірді. Жылдамдығы керемет. Соққы. Және жоқ, бұл жерде Владислав Нуректен өзінің айласын асыра алмады. Қабушылардың бірі бұл жерде төрешінің қолы көтерулі. Және қазір Гриценкоға қарсы ойын тәртібі бұзылған сыңайлы. Бұл сәттің қайталауын қазір бірге көре жатармыз. Жүгіріп келіп бортқа аямай қадады. Иә, қазір бұл сәттің қайталауын көрек. Иә. Тоқсан жетінші нөмірдегі Иван Канышев осы бортқа итергені үшін
2 минуты қайыпқа жазаланды. Бұл да Ертіс үшін керемет мүмкіндік. Қазір кім болмағанда есепті есеп бойынша алға шығу үшін. Жерде Диас Атахановқа пас берілген еді, бірақ Диас сәл жылдамдығын қосқан жоқ. Жерде пас борт арқылы берілген жіберілген еді. Билимбаев артқа қарай қайтты. Бұл үзілісті пайдаланып қос командалар өздерінің ойыншыларын ауыстырып үлгерді. Севангаев қазір енді снаряд Рузиль Ганиевқа келіп жетті. Бұл жерде қайтадан бір талас, ойыншылар құлап та жатыр. Тартып алды, керемет. Рузиль Ганиев соққы артқа қарай берді. Власкин соққы берген жоқ, диагональді пас. Тағы да бір соққы жасауға болады. Бұл жерде бос тұрған қақпаға қалай бағыттаған жоқ. Тағы да бір қауіпті сәт, керемет. Владислав Нурек қауіптің бетін қайтарды десек те болады. Қорғаушыларға да, қақпашыға да қол соғуға болады. Тұрып шапалақтауға да болады. Власкин оған қарсы күшті қайла тәсіл қолданылған еді. Бірақ Власкин тәжірибесі бар ойыншылардың бірі екенін баршамызға мәлім. Мұндай әдіс тәсілдерден шығатын білесіздер. Қазір Горняк ойыншылардың кемдігіне қарамастан шабуылға бел буды. Бірер секунд қалды. Қазір Тимур Абенов сол жақ қапталмен оған қарсы тағы да күшті қайла тәсіл қолданылды. Енді Горняк толық құрамен өзінің ойын жалғастырып алыстан соққы. Тағы да бір соққы. Никита Акулинин снарядты қағып алып ойынды тоқтатты десек те болады. Иә, бұл жаңағы қарбаластың сәті. Бір соққы, екі соққы, үш соққы бос тұрған қақпаны көздеуге бермеді қазір павлодарлықтарға. Және сол сәттің нағыз қаһарманы Владислав Нуректі көрсетуде. 23 жасар хоккейші барын салуда бүгінгі ойында. Қазір павлодарлықтар қайтадан алға шығуда. Бұл жерде жалғыз ғана шығуға болады Карповтың соққысы, бірақ болмады. Диас Атаханов аталмыш бестік өздерінің ең жақсы қырларын көрсетіп жатыр десек те болады. Соққы және Никита Акулинин снарядты қағып алып ойыншылардың алмасуға мүмкіндік берді. Иә, мінекей Тимур Абеновты жылы қарсы алуда. Қазір тағы да шығасың Тимур, кішігірім күте тұр. Жарай жақсы деді. Қазір мен сені шабуылға жіберем дегендей болып көрінді. Әрбір ойыншымен осы қарым қатынас жақсы екен көруге болады. Бұл жерде қарымта шабуыл және Рузиль Ганиев Власкинге берді. Власкин алыстан соққы жасады. Владислав Нурек дер кезінде өзінің кеудесімен қайтарған болатын. Тағы да бір соққы. Өретте Александр Катков керемет қимылдай алды. Қақпадан айналып өтіп тағы да бір соққы жасап көрді. Снарядты енді ғана ұстауға мүмкіндік болды. Никита Акулинин керемет. Последняя пятиминутка третьего периода начала свой отчет. Но есть ощущение того, что и те, и другие могут это дело все закончить в основное время. Вот потому что моменты есть, да, и как с одной, так и с другой стороны, и никто тут в обороне не отсиживается. Другое дело, что сегодня с реализацией есть проблемы, как у одной, так и у другой команды. А если с другой точки зрения посмотреть, то
Иртыш, ну, наверное, с точки зрения игры в обороне, с точки зрения организованности собственной защиты, проводит, ну, пожалуй, лучший матч. И статистически это так, и, ну, и так даже визуально кажется. Так, ну ладно, играть-то еще порядком. Все может произойти в этой встрече. Васильев против Шарипова. Шарипов дальше, Селютин. Но здесь Шимель отбирает шайбу. И Васильев, который Дмитрий, уже он предотвращает эту атаку и пускает своих вперед. Шарипов дальше за ворота. Селютин против Данила Васильева. Оба Васильева на площадке сейчас в этот момент. И активное там единоборство. Васильев подталкивает Селютина. Но там все в рамках правил. И еще один подбор. Евлоев. Адам бьется там изо всех сил и выцарапывает шайбу для своей команды. Это Мухтаров, это бросок и это подставленная клюшка то ли Шарипова, то ли Канышева. Пойди тут разберись. Ну, в общем, от этой самой клюшки шайба попадает в заградительную сеть. У нас очередное вбрасывание. Дмитрий Васильев на ваших экранах и Сергей Невстроев, который... Очень много у него сегодня вопросов к своим подопечным. Очень много, потому что вот так вот смотришь на него и, ну, чуть ли не в каждой смене, да, Сергей Викторович, какие-то вопросы своим подопечным задает. Ой-ой-ой, Кротов, ой-ой-ой-ой-ой, ну, как неприятно-то, а? Шайба попадает Владимиру Кротову, там и так у Горняка-то проблемы с лазаретом, а тут еще и, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неприятно, очень неприятно. И какой бы ни была твоя экипировка, ай-яй-яй-яй-яй, даже вот на просмотре, да, повтора уже так сам испытываешь определенные болевые ощущения. Здоровья Владимиру Кротову, конечно же. Ну а у нас очередная точка вбрасывания. Атаханов и Юлбарисов сошли здесь в борьбе за эту самую шайбу. Атаханов. И здесь подбор. Осталась шайба в зоне. И нет, все-таки вне игры арбитры усмотрели. У нас еще одна пауза в этой встрече. Ну и пока таковая наступает, надо обратить свой взор на параллельно проходящие матчи. Тем более, что там интересно. Сегодня в Петропавловске Кулагер играет с командой Алматы. Там 4-2 счет в пользу команды хозяев. Ну и Орлан дома в родных стенах обыгрывает Хумо 2-1. Но вот кто-то сегодня или Хумо, или Орлан свое первое поражение в этом сезоне потерпит. Но и остается там играть менее 2 минут. А здесь Шишов! 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 Акулинин! И играть! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Вот это да! А почему выключились? Вот вообще, конечно, момент чумовой. Сейчас посмотрим. Во-первых, Шишов. Вот так легко, вот так изящно. И опа, здесь Акулинин красавец. И не прижата шайба, и не прижата. И вот смотрите за действиями, да, Александра Агапова, который показывает играть. И доиграли до того, что павлодарцы... Ну, просто какими-то невероятными усилиями поставили игру на паузу. Просто невероятными. И очередное вбрасывание здесь. Подбор за Таиром Мухтаровым. Тот от борта шайбу направляет вперед Садиков. Сохраняется Валерий. Остается с ней. И Садиков в середину. Дальше Захар. Захар вперед. Садиков. Чуть назад на Катковой. Здесь, ну, такое определенное недопонимание возникло. Здесь, конечно, вне игры. А здесь... Так. Атаханов тот... Ну вот, эмоции подъезжают. А лишние эмоции сейчас, конечно, не нужны. Вот Садиков на опыте вообще такой спокойно развернулся. И... Так, Катков.
Катков вызывал, по-моему, Атаханова. Сейчас говорит, ну давай. Катков показывал, что готов сбросить перчатки. Ну, Катков, да? Ему никогда не составляет труда в случае чего там за себя и за команду постоять. Ну и как и вчера, да, очень много эмоций в игре. Очередное вбрасывание на точке Атаханов, и Маркабаев ему противостоит. Вбрасывание за игроком Иртыша, но шайба в зоне хозяев Рыжих. Дальше пас на Михаила Гулова, голы на Атаханова. Атаханов, Атаханов бросает в дальний, чуть-чуть не хватает точности этому броску. Карпов не успевает к шайбе. Максим Маркабаев. 2:20 играть в третьем периоде. Маркабаев заходит в зону соперника. Опаснейший момент сейчас. Но реализовать его не удается рудничанам. И еще один подбор здесь же. Гулый. Ну так аккуратненько вперед на Тимура Бенова. Катков. Еще одна передача Садиков. Так вот. Чуть-чуть, да, не киксанула шайба. Шишов. И еще один бросок. Это Анатолий Шишов. Тоже, да, довольно заметный и активный парень. Анатолий Шишов, которого мы хорошо знаем по нашей лиге. Горняк далеко не первый клуб в Казахстане для этого нападающего. Ранее Шишова мы помним по выступлениям за Тимиртау. Но не только Тимиртау, и Сары-Арка у него была. 6 матчей за карагандинцев успел сыграть в сезоне 20-21 и 5 матчей в сезоне 21-22. Играл в Кулагере, но после чего перебрался в Горняк. Ну и у нас очередная точка вбрасывания. Это Александр Катков на ваших экранах. Шетли против Шишова. Вбрасывание за корняками. И тут же бросок. Данила Платонов его наносит. Здесь Щемель пытался так не пустить игрока соперника вперед. Садиков. Не спеша, спокойно, Валерий. Дальше Катков. Туда по закруглению Евлоев против Захара Захарова сейчас. И снова подбор здесь за Садиковым. Еще одна передача за ворота. Это Захар Захаров. И там на пятак неплохой момент достаточно сейчас был для горняков, чтобы вырвать победу в этой концовке. Пошла последняя минута у нас третьего периода. Равный счет. Равный счет у нас с вами. Захар Захаров, Дмитрий Тесленко. Авторы заброшенных шайб в этой встрече. Кротов. Кротов через Куршука. Куршук вошел в зону соперника. Но дальше уже все. Дальше уже не позволили Александру Куршуку пройти вперед. Но снова Куршук отвоевывает шайбу. Маркабаев. Маркабаев. И пока что нет броска. Кротов. Ну, очень радостно, что с Владимиром все в порядке. А вот передача обратная не самая лучшая. Поэтому Владимир вынужден возвращаться назад. 8 секунд до овертайма. Ну и, судя по всему, в него-то мы с вами, дорогие друзья, и въезжаем. Так оно и есть. Так оно и есть, дорогие друзья. В преддверии, в предвкушении уже, да, теперь овертайма. Будем ждать. Будем ждать овертайм. Но вот на последних секундах такое определенное дежавю случилось, когда за воротами игрок Горняка находился. Я вспомнил игру между этими командами. Но это было еще тот самый, да, скажем так, злосчастный пандемийный сезон. Это был 2019 год. Тогда Иртыш играл с Горняком 3 октября. 3 октября играл Иртыш с Горняком. Сегодня 4, но вот
в преддверии этого события, скажем так, да. Тогда Гасников отличился у Иртыша на второй минуте игры с передачи, кстати, Дениса Гурьева, который сейчас игрок Горняка. И все, 1-0, казалось, там Иртыш уже доводит дело до финальной концовки. И Силуянов на последней секунде от своих ворот как дал и забросил. И забросил, команды в итоге разошлись тогда по булитам. Иртыш выиграл, Никита Титов и Павел Разводовский принесли победу команде из Павлодара в той встрече. Ну а мы пока смотрим хайлайты, хайлайты третьего периода, пребывая в ожидании овертайма. Ну и довольно любопытно посмотреть. Иртыш еще в этом сезоне в овертаймы не уходил. И это первая такая вот попытка павлодарцев поиграться в овертайме. Ну а что касается непосредственно Горняка, то они уже булитную серию одну успели провести в этом сезоне. Было это 15 сентября. Тогда в Петропавловске сыграли в основное время команды 2-2, а вот в серии булитов победа досталась рудничанам, и автором победной шайбы стал Айдар Галимов. Но сегодня Галимова в составе нет, так же, как и нет Гурьева, так же, как и нет Ханжина, ну и так же, как и у Иртыша нет, например, Подшиндялова и Асуханова. Так что тут, к сожалению, лазарет ни у тех, ни у других не пустует. Ну что, в ожидании овертайма мы с вами пребываем. Дополнительные 5 минут. Иртыш, Горняк. Поехали! Я не мне дегенше овертайм гада келеп жетті. Қазір командалар 3-3 форматы бойынша өнерлерін жалғастыратын болады. Бақандай осылай 3-3 ойнағанда жерлікті айдын үлкен боп көрінетін шығар. Қазір бірден Никита Акулинин тәуекелге бармай. Я, бұл жерде не болды? Төрешінің ұсқырығы және ауысуға болмайды дейді. Я, бұл жерде Ертіс ойыншысы бортқа отырып алған екен. Төреші келіп оған ескерту жасады. Бортқа отырма деп. Кәдімде мұғалімдер сияқты мектепте айтады ғой. Қазір Сиванькаев алға қарай ұмтылды. Я, орын бар. Айда сырғана емесе, сонда сырғана. Себебі Бақандай айдында қазір 6 ойыншы және 2 қақпашы назарға алынды. Власкин қапталмен өзі жалғыз көксіздіктің қасында қалдырды. Қазір Ертіс шайбаға елік ету көрсеткішін барын шарттыруда. Бұл көрсеткіш аса қажет емес болмаса да, психологиялық тұрғыдан жақсы айла тәсіл екен білеміз. Керемет диагональды пас және қабылдай алмады қазір Рузель Ганиев. Бұл енді ғана Горняққа келіп жетті снаряд. Горняк асықпауда. Оларда барынша осы ойынға тың қосылған хоккейшілерге мүмкіндік береді. Соққы бұл жерде тіпті Никита Акулинин ойынға қосылуға мәжбүр болды. Қазір Дмитрий Силютин артқа қарай берді. Бұл жерде әзірге Вячеслав Шарипов белсенді. Қауіпті сәт, тағы да бір сәт, тіпті Акулинин өзінің иығымен қайтарған болар. Қазір енді паладалықтарға келіп жетті. Асықпау керек. Белімбаев артқа қарай берді. Сиванькаев. Сиванькаев жоғары жылдамдықпен өтіп. Бұл жерде әрине көксіздіктен жіберіп алған сыңайлы. Демек ойыннан тыс қалды. Қазір енді ортадағы 4 нүктенің бірінен біздің овертаймның уақыты ары қарай жалғасатын болады. Жалпы 2 минут 51 секунд уақыттар бар әлі. Бақандай 2 сағатта, 2 жарым сағатта шайба соқпаған ойыншылар қазір енді бар күштерін осы қалған
екі жарым минутта көрсетуге мәжбір. Власкин диагональда пас. Бұл ретте Рузиль Ганиев бірінші болып жетпекші болған, бірақ Горняк аяқтары жылдам ойыншылардың көмегімен қазір енді артқа қарай қайтарды. Бірден шабуылға шықты, ешқандай ойыннан тыс қалған емес. Соққы, және бұл жерде қайтадан эмоция. Александр Семочкин өте бір белсенділігін танытты, және әріптесім ары қарай жалғастырады. Ну что, веселый овертайм, но так чуть больше моментов у Горняка создается в дополнительной пятиминутке. Но опять же, игра 3 на 3, здесь любая атака, любой бросок может поставить точку в этом матче. Ну а здесь очень важное вбрасывание забирает Оскар Юлбарисов. Правда, Горняки довольно быстро шайбу потеряли. Сейчас Карпов идет в одиночку, идет в чужую зону, закатывает туда, и Горняки возвращают себе контроль над шайбой. Юлбарисов, оставление скатов, и это опасно добивание, и нет, не оказалась шайба в воротах, а на какое-то мгновение показалось, что она там, бросок по воротам. Акулинин в игре, и дальше уже Тесленко пошел вперед. Кузык Михаил в зоне соперника, оставление, Тесленко бросает, Садиков, подставлена клюшка, взмывает шайба вверх. И Дмитрий Тесленко нам показывает. Ох, момент-то у Горняка был до этого, но вот, собственно, на него-то мы и сейчас посмотрим. Вот. И казалось, что как будто от щитка Акулинина шайба в ворота идет, но нет, она как раз за эти самые ворота попала. Ну и как бы не сложилась, да, сегодняшняя игра, кто бы не победил, однозначно нужно отметить очень уверенную игру голкиперов. Что Никита Акулинин, что Владислав Нурек сделали сегодня все для победы своей команды. Очередное вбрасывание и еще один выброс. Власкин, его Данила Платонов здесь прессингует. Еще один подбор, разворачивается Рузиль Ганиев. Рузиль идет вперед, заходит в зону соперника. Рузиль Ганиев, пауза, попытка броска, не получается он. И Ганиев здесь против Платонова пошел побориться. Ну и неплохо поборолся, у Власкина возможность сейчас есть, но тяжело Алексею, конечно. Поэтому пауза вполне себе логична, которую Власкин сейчас взял. Ну и пора бы ему поменяться уже, я думаю. Хотя нет, продолжает Власкин на льду находиться. Нет, вот сейчас отмашку получает и катил уже на смену, но все равно пришлось ему заезжать в зону. Пришлось, потому что передача на него пошла. Карпов. Максим, пауза. 43 секунды. Вот сейчас Власкин меняется. Вот сейчас. И вместо него Даниэр Белимбаев. Белимбаев, Атаханов и Карпов на льду у РТШ. Карпов сохраняет контроль, Максим над шайбой. Снова Карпов улучшает позицию, бросает. И точно во Владислава Нурека эта шайба. Но это такое ощущение, что как будто убаюкивали. Тогда немножко успокаивали. И решили потом разящий бросок нанести. Но внимателен Нурек. Ну вот такие вот яркие плакаты. Верим в победу. Со стороны болельщиков РТШ, юных болельщиков РТШ, это очень здорово, что вот эта вот культура боления с малых лет прививается. Тесленко разворачивается, Дмитрий. Так, но спиной к воротам, тяжеловато. И тут еще и многоопытный Куршук, который так вот прям постукивая, Тесленко дальше не пускал. Но мы, по-моему, Булиты будем ждать, если сейчас Сиванькаев... Нет, Сиванькаев... Нет, не успевает Артем Сиванькаев, и нас с вами ждет булитная серия в сегодняшней встрече. Тесленко и Скатов там уже успели что-то между собой обсудить, ну и капитаны команд сейчас друг к другу подойдут и будут определять, кто первый, кто второй будет исполнять, ну и зачистка льда. Дело, которое, безусловно, нужное и важное. Ну и совсем скоро также и мы будем следить с вами за булитной серией.
Ну и пока уходим на небольшую паузу в преддверии самого-самого интересного. Бұл Астана. Таң ғажайып қала. Серпінді ойын. Бұл Есілдің шабыты. Бұл Кукушкин, Бублик, Корда. Бұл Вавринка, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино, және Тим. Бұл Бәйтерек жарқыны. Бұл Билайн аренадағы тамаша ойындар. Бұл Астана Оупен. Бұл теннис. Идега интернет. Телевизия. Мобильді байланыс. Бихом плюс тарифмен барлық отбасы пайдалы. Үйдегі интернет плюс телевизия плюс мобильді байланысқа 50% жеңілдік. Билайн жарқын жақта өмір сүр. Әргімнің күш-қуаты бойында. Оны дәл кезінде сезіне біл. Форте. Күш бойында. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся мы с вами в Павлодар в ожидании буллитной серии в матче между павлодарским Иртышом и Роднинским Корняком. Мы с вами прибываем, ну и если касаться истории, да, взаимоотношений этих команд, и когда в предыдущий раз команды играли по буллитам, было это в 2022 году. Между прочим, 3 декабря здесь же, в Павлодаре, по буллитам команды разошлись. Ну и победа досталась павлодарской команде в серии буллитов. У Иртыша авторами заброшенных шайб стали Юсуп Асуханов и Денис Будинчук. Ну а в составе команды из Рудного отличиться никто не сумел. Вот так вот. Ну и, кстати, в той игре, если уж мы ее вспоминаем, в основное время матча Данила Платонов имел шанс реализовать буллит, но не удалось этого сделать. Ну а в основное время команды 1-1 сыграли, тогда Юсуп Асуханов отличился у Иртыша и Арслан Ямалов у Рудничан. В 2020 году также команды по буллитам встречались, и тогда уже победа досталась команде из города Рудный. Победная шайба на счету Евгения Щанкина. Статистика третьего периода на ваших экранах. Перебросал горняк своего оппонента, но в остальном статистика такая равная, да, можно сказать. Ну и возвращаясь к тому самому 2020 году, да, это статистика овертайма, спасибо нашим режиссерам, вот, пожалуйста, один бросок створ у Иртыша и три у Рудничан. Хотя так визуально казалось, что этих самых бросков-то и побольше было, да, в той самой пятиминутке. Так, ну что, у нас все готово к началу буллитной серии, ну и давайте смотреть все самое интересное.
Я Буллиттер сериясынала келіп жеттік мінеке құрметті. Инспорт арнасының көрермендері қазір бізде бірінші болып Горняк. Бұл Буллитт сериясын орындайтын болады Денис Катов. 33 жастағы тәжірибелі ойыншылардың бірі, қазір оның шеберлігін көрек. Сонымен кетті жергілікті. Катов соққы жәре бұл жерде Никита Акулининға қол шапалақтауға болады. Барлығы осы оған құттықтауын сөйлеуде. Алексей Власкин бірден қорғаушы бірінші Буллитті орындауға кірісті. Алексей Власкин. Власкин айласын асырады ма? Жоқ. Бұл ретте Владислав Нурек керемет бұрыштарды жаба алды. Және Алексей Власкин осындай көңілкемен орындығына жайғасыға дайын болады. Қазір енді келесі Буллитт 9-шы номердегі Захар Захаров. Захар Захаров соққы және қақпада. Захар Захаров өзіне берілген мүмкіндікті керемет орындай алды. Қазір бұл сәттің қайталауын көрек. Бұл ретте Никита Акулининнан өзінің айласын асырған еді Сергей Гриценко. Сиванькаев, кешірім өтінем, Сиванькаевтың соқсы керемет. 19-шы номердегі Артем Сиванькаев таблодағы сандарды теңестірді. Мінекей, қазір бұл керемет орындалды. Өзіне қарай тартып-тартып, енді қазір Юль Борисов не істейді екен? Юль Борисов өзінің мүмкіндігін мүлт жіберген болатын. Оскар Юль Борисов өзінің орындығына жайғасты. Қазір енді паладарлықтарда әлі де мүмкіндік бар. Неке енді ғана Гриценко өзінің мүмкіндігін орындауға кірісті. Гриценко не істейді екен? Жоқ, бұл жерде болмады. Әзірге есеп бірді бір. Так, ну что ж, продолжаем следить. И в буллитной серии у нас тоже равенство и тоже 1-1. Захар Захаров, Артем Сиванькаев реализовали успешно свои попытки. Целует орудие своего труда Дмитрий Селютин. И покатил на рандеву с Никитой Акулининым. Смотрим, Селютин и Акулинин выходят победителем из этой микродуэли. Павлодарцы отряжают на лед своего капитана Диаса Атаханова. Сейчас Атаханов или Нурек. Вот сейчас и посмотрим. Вот сейчас и посмотрим. Атаханов или Нурек. Трибуны тут просто на ушах. Атаханов. Атаханов или Нурек. И шайба в воротах. Диас Атаханов выводит Иртыш вперед. И вот теперь, если свою команду выручит сейчас Никита Акулинин, то павлодарцы одержат победу в этом матче. Но пока рано делать выводы. Все в руках Данилы Платонова. Данила Платонов разгоняется на высокой скорости, выполняет свой буллит. Платонов, все, все. Павлодарский Иртыш одерживает победу. Ну все, все, нет? Как? Ну все, надо заканчивать. По 5 буллит. Ну, Горняк первый бросал. Все, ребята, все. Все, матч завершен. Матч завершен. Победу одержала команда Иртыш. Очень важная и нужная победа для Иртыша. Ну, с точки зрения до всего вообще. И с точки зрения турнирной таблицы. И с точки зрения психологического своего настроения. Да, это очень важная победа сейчас для команды Иртыш. Ну и хоккей тоже классный. Мы с вами посмотрели. Я думаю, что все те, кто сегодня подключился к этой трансляции, все действительно получили большое-большое удовольствие от увиденного. Но и с победой, с первой победой в качестве нового главного тренера, конечно же, весь тренерский штаб, но и в частности Алексея Калидаева, это первая победа его в Павлодаре. Вот такая вот история, дорогие друзья. Иртыш с победой. Прерывают павлодарцы серию неудач. И теперь будут готовиться к
матчу с Торпедо. Горняк будет делать то же самое. Горняк в следующем туре гостит в Усть-Каменогорске, где сыграет с местной командой Торпедо 7 и 8 соответственно. Это будет в субботу и в воскресенье. А Иртыш берет небольшую паузу. И 11 и 12 октября подшефные Алексея Калидаева в родных стенах сойдутся все тем же Торпедо. Да и вообще у павлодарцев такая вот домашняя серия будет довольно длительная. После Торпедо еще матчи с Кулагером и Орланом. Насыщенный домашний октябрь у павлодарских хоккеистов. Ну вот так вот. Горняк тоже, да, 3 очка увозит из Павлодара. В принципе, довольно неплохой результат. Ну и, конечно, хочется пожелать скорейшего выздоровления всем травмированным игрокам, которые сегодня не смогли помочь своим командам. Травмированные есть как в составе одной, так и в составе другой команды. Ну и, конечно же, павлодарцы сейчас благодарят свою публику за поддержку. Ну и два голкипера там в центре площадки общаются друг с другом. Они прекрасно знакомы. Это Илья Лига и Никита Акуленин. 2 30-х номера, которые в прошлом году выступали в составе роднинской команды. Ну и Никита Акуленин один из героев сегодняшнего противостояния. Тут уж как не крути. Ну что, давайте закругляться. Но прежде чем мы это сделаем, вспомним эту игру еще раз, отмотаем ее назад и быстро в режиме хайлайтов мы перейдем непосредственно к воспоминаниям об этой игре. Повторный поединок в рамках 1xbet Pro Hockey Лига С между павлодарским Иртышом и рудненским Горняком. Рудничане довольно быстро счет в этой встрече открыли. Отличился Захар Захаров, который воспользовался ошибкой обороны Иртыша, вышел на рандеву с голкипером, ну и стал автором первой заброшенной шайбы в сегодняшнем противостоянии. Ну а дальше обоюдоострые атаки как со стороны одной, так и со стороны другой команды. Но в этой встрече очень здорово и очень уверенно играли оба голкипера, как и Владислав Нурек, так и Никита Акуленин. Оба провели очень сильный матч. Ну и здесь вот мы видим, что павлодарцы всеми силами еще в первом периоде старались цифры на табло сравнять. И больше того, даже в формате 5-3 хозяева успели поиграть, но тоже реализовать такое вот комфортное преимущество они не смогли. Рудничане, надо сказать, что по сравнению с первой игрой потеряли своих лидеров из-за травм. Не сыграли в этой встрече Денис Гурьев и Александр Ханжин. Ну и у Айдара Галимова также матч-штраф был. Так что вот в этой игре рудничанам пришлось немножко перекраивать свой состав. Ну и где-то, возможно, это на игре команды и сказалось. Но у павлодарцев не было Владимира Шлычкова. Отсутствовал также Артем Расулов в этом противостоянии. На их место вышел Таир Мухтаров и, соответственно, Александр Чемель. Ну и вот это фрагменты этой игры. В целом, надо заметить, что моментов было очень много, как у одной, так и у другой команды. И вопрос реализации, ну, наверное, стоял очень остро перед командами. Однако, в том числе, необходимо заметить, что организация игры в обороне присутствовала как у одних, так и у других. Вот момент у Никиты Гостюшева. Шикарно убежал 17-летний нападающий павлодарской команды, но переиграть Владислава Нурека здесь ему и не удалось. Ну, а это уже трудится Никита Акуленин, которому вообще ни единого вопроса по сегодняшней игре нет. Вот и момент у Батера Маркабаева, кстати, был, да, мог он там замыкать дальнюю штангу, но шайба предательски прошла мимо ворот. Ну, а вот здесь нарушение хватает Дмитрий Тисленко, Алексей Рыжих и его тонкая передача на пятак. Ну и тоже все это дело не приводит к заброшенной шайбе. В итоге команды старались, бились. Ну и в конце концов павлодарцы своего-то и добились уже ближе к концу второго отрезка.
когда до конца периода оставалось чуть более полутора минут. Дмитрий Тесленко забрасывает свою шайбу с передачи Алексея Власкина и Михаила Кузыка, делая счет на табло равным 1-1. В третьем периоде и те, и другие получали свои шансы на реализацию лишнего, и те, и другие играли в большинстве, но это в конечном итоге не сказалось на цифрах на табло, и команды пошли играть в овертайм. Ну, надо сказать, что в матчах между Иртышом и Горняком довольно часто случаются такие моменты, когда команды играют в ничью в основное время. Но и вот эта игра не стала исключением. Еще в прошлом сезоне команды разошлись по пулитам. Тогда также павлодарцы, как и в этой встрече, забегая вперед, скажем, что Иртыш выиграл. Ну и также, как и годом ранее, Иртыш взял свое в серии пулитов. И также, как и год назад, команды в основное время сыграли в ничью. Вот здесь шикарнейший просто момент. И у многих болельщиков на трибунах возник один единственный вопрос. А как так? А как здесь шайба в воротах не оказалась? Ну и не обошлось без самоотверженных действий. Вот здесь, да, Кротов травму получил, но Молочек продолжил эту игру. А там уже момент у Шишова, который выскакивал один на один с голкипером, но переиграть великолепно играющего в этой встрече Никиту Акульденина он не сумел. В конечном итоге команды уходят в овертайм, где, в общем-то, Горняк наносит 3 броска в створ, Иртыш 1. И был один опасный момент, и вот он, вы его сейчас видите на своих экранах. Ну и дело уходит в буллитную серию. А там уже павлодарцы добиваются своего. Артем Сиванькаев и Диас Атаханов становятся авторами заброшенных шайб. Горняк отвечает лишь одним точным броском, который нанес Захар Захаров. Ну а это уже такое финальное спасение Никиты Акулинина. И занавес этой игры. Иртыш одерживает важнейшую для себя победу и прерывает череду своих неудач. Ну а Алексей Калидаев в качестве главного тренера Иртыша одерживает первую победу. С чем мы, конечно, павлодарцев и лично Алексея Николаевича поздравляем. Статистика этой встречи 29-39 по броскам в створ ворот. На точке вбрасывания Иртыш был лучше 41-32. Штрафное время здесь полное равенство 8-8. На этом все, дорогие друзья. Благодарим вас за внимание. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч на хоккее. Еще увидимся, еще победим. Пока-пока. Это Астана. Невероятный город. Динамичная игра. Это красивая столица. Это Кукушкин, Бублик, Корда. Это Вавренко, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино и Тим. Звезды тенниса в сердце Казахстана. Это борьба на Билайн-арене. Это Астана Оупен. Это теннис. Домашний интернет. Телевидение. Мобильная связь. С тарифом Бихоум Плюс каждая семья в плюсе. Домашний интернет плюс телевидение плюс скидка 50% на мобильную связь. Билайн. Живи на яркой стороне. Сила скрывается в каждом. Нужно просто вовремя заметить ее. Форте. Сила на твоей стороне.